Я рада всех приветствовать, тех, кто еще не приветствовал, не успела поприветствовать. Мы начинаем наш круглый стол, который мы решили обозначить как семантика против прагматики, но это, конечно, достаточно условное обозначение. В общем, в любом случае мы хотим сегодня пообсуждать различные проблемы, которые могут быть связаны с семантическим и прагматическим анализом, критерием разграничения, где заканчивается, начинается семантический анализ, где он заканчивается. Ну и, соответственно, попробовать вообще посмотреть, можем ли мы такие критерии подобрать, и если можем, то какие они должны быть. В принципе, идея круглого стола сегодняшнего зародилась в результате моего выступления осенью на конференции в Томске, где я делала доклад, как раз-таки посвященный проблеме референции индексикалов, и в частности индексикала я. После этого с Евгением Васильевичем Борисовым у нас завязалась дискуссия, и вот мы, соответственно, совместными усилиями решили эту дискуссию продолжить. Ну и к нашему сегодняшнему круглому столу еще подключился Илья Андреевич Гущин. Тоже, в принципе, его реплика, его доклад будет так или иначе связан с проблемой взаимоотношения семантики и прагматики, но чуть-чуть немножко в другом аспекте. Поэтому план сегодняшнего круглого стола выглядит примерно следующим образом. Я делаю базовый, скажем так, доклад, базовое представление той темы, которая обсуждалась мной в Томском моем докладе. Затем Евгений Васильевич высказывает свою реплику с критикой и замечаниями. Затем я, скорее всего, на них попробую ответить, постараюсь, по крайней мере, ответить. И тоже в формате небольшого доклада. И, соответственно, затем либо Евгений Васильевич попробует ответить на то, что я сказала, либо, соответственно, мы уже перейдем к докладу Ильи Андреевича, где он тоже поставит вопрос о семантике и прагматике несколько в ином ключе. То есть регламент примерно такой. Давайте я начну. Ну и, соответственно, название моего доклада «Проблема референции индексикала». Приблизительно структурирован доклад будет следующим образом. Сначала я расскажу о том, что такое индексикалы, в чем их специфика. Затем я кратко обозначу основные моменты семантики Каплана для индексикалов. Затем укажу на те трудности, которые возникают в этой семантике при определении референции индексикалов. Разберу два альтернативных подхода, которые предлагаются так или иначе. Ну, предполагают собой попытку модификации семантики Каплана. Это два подхода, интенциональный и конвенциональный. Ну и, наконец, обозначу как раз-таки вот этот вопрос о соотношении семантики и прагматики в контексте того, что будет обсуждаться в докладе. Итак, специфика индексикала. Индексикал мы можем определить как такие контекстно-зависимые выражения естественного языка, то есть, собственно говоря, те выражения, чья референция изменяется в зависимости от контекста их употребления. В случае, если будем рассматривать стандартный подход, например, референция слова «стол» у нас не изменяется в зависимости от контекста, неважно, где мы скажем, неважно, в какой ситуации, в каком контексте мы будем его употреблять, так или иначе, значение, семантическое значение слова «стол» у нас вроде считается фиксированным. В случае же с индексикалами, классическими примерами которых являются местоимение первого лица единственного числа «я» и, собственно говоря, наречие «сейчас» и «здесь», в данном случае референция изменяется в зависимости от контекста. Если я скажу высказывание, что «я устал», то оно, соответственно, может быть истинным или ложным в зависимости от того, кто же это, кто же это высказывание произносит в данный момент и, ну, соответственно, в каком контексте. Если это высказывание скажу «я сейчас, что я устала», оно будет истинным, потому что я действительно устала. Если, например, это высказывание скажет Илья Андреевич, который не устал, оно, соответственно, будет ложным. Таким образом, если мы возьмем другой пример, я участвую в конференции Лондон-Тикон 2022, мы с вами понимаем, что если каждый из нас будет произносить данное высказывание, то референт выражения «я» будет, соответственно, разным. В каждом случае произнесение этого высказывания. В чем же, собственно говоря, специфика индексикалов, почему же они оказываются, вот эта их смена референции в зависимости от контекста оказывается достаточно проблематичной при попытке построить, соответственно, семантику для этих высказываний. Во-первых, прежде всего, эта проблема связана с тем, что в таком случае у нас получается, когда в предложении у нас есть индексикал, то есть перед нами индексикальное предложение, оно начинает выражать сразу несколько пропозиций. В зависимости от того, кто является референтом «я», у нас, соответственно, оказываются разные пропозиции. Либо мы скажем, что
Козырева Ольга Александровна участвует в конференции UNLTCON 2022, и это, соответственно, Козырева Ольга Александровна будет указывать на меня как на конкретного индивида. Либо же, соответственно, если высказывание «я участвую в конференции UNLTCON 2022» произносит Илья Андреевич Гущин, то «я» будет указывать на Илью Андреевича Гущина и, опять же, на другого индивида. Соответственно, пропозиция, которая будет выражаться в данном предложении, будет иной. Возникает еще также следующая проблема, что когда вот я сейчас предложила заменить соответственно, индексикальное выражение «я» на, скажем так, кореференциальный термин, то есть термин с одинаковым референтом, вроде бы ко мне я могу обращаться к себе, называть себя «и я», могу также называть себя Козыревой Ольгой Александровной, мы понимаем, что какая-то потеря информации все-таки может произойти, когда мы будем заменять индексикал на другой неиндексикальный кореференциальный термин, хоть на имя собственное, хоть на определенную дескрипцию и так далее. Мы хотим, чтобы информация сохранялась, и выражалась та же самая пропозиция. Соответственно, что-то есть такое в индексикалах, что требует их особого рассмотрения и, соответственно, построения особой семантики. Для того, чтобы мы могли определить содержание предложения с индексикальным выражением, то есть, собственно говоря, ту самую пропозицию, которую это предложение выражает, и затем определить истинностное значение этого предложения с индексикалом, нам необходимо понятие контекста. Собственно говоря, понятие контекста и семантику для индексикалов впервые, ну, хорошо, не впервые, одну из самых развернутых семантик для индексикалов предложил как раз-таки Капу. Это была долгая история, до него были еще люди, которые пробовали построить семантику для индексикалов, но вот считается, что наиболее развернутая была представлена именно Капу. Каплан, соответственно, у нас выделяет несколько основных понятий. Первое понятие – это, собственно говоря, понятие индекса, которое мы можем понимать как условие оценки. Индекс фактически предполагает собой указание на время, в которое происходит наша какая-то ситуация, в которой происходит наше высказывание, ну, предложение, и, соответственно, некоторый возможный мир. Соответственно, индекс – это упорядоченная пара возможного мира и времени, в котором этот возможный мир существует. По-простому мы можем сказать, что индекс – это фактически некоторая ситуация, относительно которой определяется референция выражений и, соответственно, референция предложений или высказываний вместе с этими выражениями. Следующее понятие, которое вводит Каплан, собственно говоря, это и есть тот самый контекст, который нам нужен для того, чтобы можно было разобраться с индексикалами. Контекст для Каплана представляет собой, опять же, чуть меньшую по объему ситуацию внутри этого самого мира, в которой как раз-таки происходит высказывание, и у контекста можно определить 4 основных параметра. Это агент, то есть тот, кто делает высказывание, время, тот момент времени, в который происходит высказывание, место, где фактически это высказывание осуществляется, ну и, собственно говоря, возможный мир. Затем Каплан вводит 2 следующих разграничения, то есть фактически, как обычно это принято говорить, часто встречается, по крайней мере, в литературе, 2 уровня значения. Значит, во-первых, у нас есть характер выражения, и у нас есть содержание выражения. То есть мы фактически берем значение какого-то выражения и разделяем его на 2 уровня. Первый уровень, и фактически, как определяет Каплан характер выражения, это функция, чьим аргументом выступает контекст высказывания, вот этот самый контекст, который мы задали через 4 параметра, а значением, соответственно, выражения выступает его содержание, то есть та пропозиция, которая в этом высказывании высказывается. Содержанием же выражения является функция, аргументом которой выступают уже условия оценки, то есть этот самый индекс, а значением является экстенсионал выражения, то есть в итоге мы получаем наш желаемый референт нашего выражения. Если мы обратимся к нашим индексикалам, то у нас получится следующая картина. Характер «я». Фактически мы можем сказать, что это что-то типа правила употребления данного выражения в какой-то определенной ситуации. То есть правило употребления значения «я» таково, его характер, что тот, кто говорит «я», фактически говорит о том, что он является тем, кто совершает данное высказывание. Но, как мы уже видели, что референция у «я» меняется, соответственно, нам неплохо бы определить и содержание «я». Вот содержанием «я» будет тот конкретный индивид, который совершает это данное высказывание в каком-то определенном контексте. Собственно говоря, если будем записывать в рамках семантической теории, это будет выглядеть примерно так. Если мы обратимся к индексикалу здесь, то
Соответственно, характер здесь, это будет правило, которое говорит нам о том, как употреблять данное выражение там, где совершается данное высказывание. То есть данное выражение указывает на место совершения какого-либо высказывания. Ну и, соответственно, у нас есть содержание здесь этого же самого термина. То есть мы, опять же, указываем на конкретное место, фактически на референт, в котором совершается данное высказывание в нашем определенном контексте. Ну и, наконец, сейчас, характер сейчас – это тогда, когда совершается данное высказывание, то есть мы употребляем сейчас для того, чтобы указать на конкретный момент времени. Содержанием сейчас и является этот самый конкретный момент времени, опять же, наш референт, в котором мы совершаем данное высказывание. Ну, там, в принципе, видно, да. Какие же могут возникать трудности семантики Кампбелла для индексикалов? Хотя, казалось бы, вроде бы все хорошо. Первым обратил внимание на возможную трудность, собственно говоря, Алан Сидел в 1991 году, предложив так называемый парадокс автоответчика. Этот парадокс связан с тем, что если мы принимаем первые в качестве трех посылок, принимаем характеры наших высказываний, как нам, соответственно, предлагают сделать Каплан, что я указываю на того, кто совершает это высказывание, здесь указывает на место, где совершается высказывание, и сейчас указывает на момент времени, в котором совершается высказывание, тогда в рамках семантики Каплана высказывание «я сейчас здесь» должно быть истинным тогда и только тогда, когда тот, кто совершает данное высказывание, находится в месте, где совершается это высказывание, в момент времени, когда совершается это высказывание. Более того, это фактически высказывание должно быть всегда истинным, то есть необходимо истинным. Невозможно делать истинное высказывание «я сейчас здесь, не находясь сейчас и не будучи я». Соответственно, из этих трех посылок и, соответственно, четвертой посылки у нас следует, что в момент времени, в который совершается высказывание, тот, кто совершает высказывание, всегда находится в месте, где совершается высказывание. Иначе необходимую истинность «я сейчас здесь» нам не сохранить. Из этого как раз-таки следует, что высказывание «я сейчас здесь» всегда истинны в тот момент времени, в который они совершаются. Высказывание «я сейчас не здесь» таким образом оказываются всегда ложными в тот момент времени, когда их совершают. Потому что, когда вы совершаете высказывание «я сейчас здесь», вы действительно находитесь здесь. Вот в этом самом конкретном месте, на которое указывает, собственно говоря, наше выражение «здесь». Однако у нас с развитием технологий появились автоответчики, с точки зрения Сидела, на которых, соответственно, можно записать высказывания, которые могут выглядеть следующим образом. Я сейчас не здесь. То есть представьте, что вы звоните кому-то на автоответчик домой, и там записано высказывание. Я сейчас не здесь, перезвоните позже. Таким образом, мы понимаем интуитивно, что высказывание, которое произносит хозяин автоответчика, которое мы прослушиваем на автоответчике, хозяин действительно нет дома, оно оказывается истинным. То есть интуитивно нам кажется, что условия истинности здесь, соответственно, будут выдавать нам истину. То есть хозяин действительно не находится дома, поэтому не отвечает и не берет трубку. Однако, по всей видимости, возможность совершать такие высказывания при помощи автоответчика, она, оказывается, начинает так или иначе входить в противоречие с той семантикой Каплана, которая была им предложена для индексикалов. Тогда получается, что высказывание «я сейчас не здесь», наш хозяин автоответчика не совершает в момент времени, когда ему звонят. Но, соответственно, высказывание мы все равно оцениваем как истинное, хотя вроде бы моменты времени разошлись. Следующая трудность для семантики Каплана, то есть подобный парадокс, конечно, это довольно условно они названы парадоксами, предлагает Стефано Придели чуть попозже, соответственно, уже в 1998 году, тоже как бы по мотивам парадокса, предложенного Сидела. Представим, что Джон предполагает, что его жена вернется домой в 18 вечера, сейчас ее нету, Джон находится дома, и в 16 часов дня он оставляет ей записку со словами «я сейчас не здесь», там, «буду позже» и так далее. Все, что можно еще себе представить. Сейчас в записке должно, с точки зрения Джона, указывать на 18.00, то есть на тот момент времени, когда его жена вернется домой и прочитает эту записку, то есть будет 18 вечера, и как раз-таки сейчас будет указывать на 18 вечера, ровно на тот момент, когда жена будет находиться дома и читать записку. Однако жена опаздывает, возвращается домой, например, только к 22 вечера, и все равно читает оставленную записку, Джона по-прежнему нет дома, в записке все то же самое, я сейчас не здесь.
Фактически оказывается, что сейчас в записке начинает указывать на 22.00, потому что жена Джона вернулась домой, она прочитала записку в 22.00, и сейчас, фактически, референс сейчас оказался сдвинут. Следующий похожий парадокс предлагает Эрос Караци и вместе со своими коллегами уже тоже чуть попозже, через несколько лет. Представим ситуацию, что Юрия сегодня нет в университете, и Сью решает повесить на дверь его кабинета записку со словами «Я сегодня не здесь». Потому что студенты ходят стучаться в кабинет к Юрию, все устают от этой ситуации, но, соответственно, чтобы избежать потока студентов в кабинет и стука в дверь, Сью предлагает повесить записку. В таком случае, если мы будем придерживаться семантики Каплана, мы должны сказать, что «я» указывает на того, кто совершает высказывание. Высказывание, очевидно, совершала Сью, так как, собственно говоря, сам Юрий был даже не в курсе, что кто-то там вешает записку на его дверь с еще с вот таким вот высказыванием. Однако, если мы вспоминаем семантику Каплана, мы понимаем, что агент, соответственно, параметр контекста, тот, кто совершает высказывание, и референт, которого мы хотим определить, это один и тот же, фактически, у нас оказывается человек, то есть тот индивид, которого мы хотим получить в итоге в качестве референта. Однако, когда студенты подходят к двери и читают записку, оставленную на двери, они понимают, что референтом «я» на самом деле выступает Юрий. И, собственно говоря, Юрий в данной ситуации, в данной записке, в общем-то, должен являться референтом «я», так как, собственно говоря, Сью тоже так, в принципе, задумала. Но тогда получается, что Юрий не совершал этого высказывания. И тогда возникает вопрос, как же мы тогда сохраняем тождество между агентом, референтом и тем, кто совершает высказывание. Пытаясь разобраться с этими парадоксами, тот же самый Стефано Приделли, который предложил вот парадокс, составленный запиской Джоном его жене, он говорит о том, что нам необходимо определенным образом модифицировать семантику Каплана и разграничивать контекст высказывания и семантически релевантный контекст. То есть, с точки зрения Приделли, контекст высказывания и семантически релевантный контекст обычно совпадают. Но благодаря тому, что они совпадают и представляют собой одну и ту же ситуацию, фактически, вот и возникают эти самые парадоксы. Если мы разрушим тождество между контекстом высказывания и семантически релевантным контекстом, мы сможем избавиться от наших парадоксов. Семантически релевантным контекстом, то есть контекст, который нам поможет определить наш заветный референт, на какой момент времени указывает наше выражение или на какого конкретного индивида указывает наше выражение. Таким контекстом, собственно говоря, должен выступать интенциональный контекст, а не контекст высказывания. Интенциональным контекстом он имеет в виду контекст, который тот, кто совершает сам фактически высказывание, имел в виду при совершении этого высказывания. Собственно говоря, семантически релевантным контекстом в таком случае оказывается не контекст высказывания, а контекст интерпретации. С точки зрения подхода Приделли, решение парадокса автоответчика тогда выглядит следующим образом. Мы должны отказаться от тождества между моментом времени, в который совершается высказывание, и референтом, то есть конкретным моментом времени, в который, соответственно, у нас звонит человек на автоответчик хозяину и, соответственно, прослушивает это высказывание. Соответственно, тот, кто совершает высказывание, наш владелец автоответчика, он и создает этот самый контекст интерпретации, тот самый момент времени, в котором ему позвонят на автоответчик. Как Приделли предлагает решать парадокс оставленной записки? Он предлагает, опять же, отказаться от тождества между моментом времени, в который совершается высказывание, и референтом. Сам Джон создает контекст интерпретации, то есть тот момент времени, в который должна быть прочитана записка, 18.00, а не 22, как, соответственно, считала в тот момент, когда читала записку его вернувшаяся домой жена. Как, соответственно, Приделли предлагает решить парадокс, оставленный на двери записки? Точно так же мы отказываемся от тождества между агентом и тем, кто совершает высказывание. То есть Сью опять же создает контекст интерпретации, то есть этот самый интенциональный контекст, то есть как она задумывала, кто должен являться референтом выражения «я». Ну, собственно говоря, в таком случае агентом является Юрий, и референтом тоже является Юрий, но тем, кто совершает высказывание, является Сью. То есть мы разрушили это тождество, и благодаря разрушению этого тождества с точки зрения Приделли мы можем решить данный парадокс, но, соответственно, внося некоторые изменения в семантику Капла. То есть мы различаем, опять же, контекст. Второй альтернативный подход, помимо
интенционального подхода, это конвенциональный подход Эроса Каратса. Он тоже настаивает на том же самом, что и при Дели, на том, что мы должны разрушить тождество между контекстом высказывания и семантически релевантным контекстом, то есть тем контекстом, который поможет нам определить референт нашего выражения. Семантически релевантным контекстом у Каратса вместо интенционального контекста, как это было у при Дели, выступает конвенциональный контекст. То есть контекст, который складывается в результате определенных конвенций, возникших в результате определенной социальной практики использования языковых выражений. И опять же, точно так же, как у при Дели, семантически релевантным контекстом является не контекст высказывания, а контекст интерпретации. Происходит это как раз-таки за счет того, что мы должны разрушить это тождество. Как, соответственно, предлагает решать парадокс автоответчика Каратс. Он говорит, что мы тоже должны отказаться от тождества между моментом времени, в который совершается высказывание, и референтом. Контекст интерпретации создает, в данном случае, если при Дели нам говорил о том, что контекст интерпретации создает интенции того, кто совершает высказывание, то с точки зрения Каратса контекст интерпретации создает фактически социальная практика использования автоответчиков. То есть мы все понимаем, что такое автоответчик, мы все понимаем, как им пользоваться, мы все понимаем, что означают высказывания, которые на нем оставляются и проигрываются. Ну и, соответственно, контекст интерпретации нам помогает понять, что я сейчас не здесь, все равно является истинным, но эта истина получается за счет того, что мы опять же разграничили два контекста. Мы оцениваем это высказывание относительно одного контекста и затем относительно другого. Решение парадокса оставленной записки тоже предполагает отказ от тождества между моментом времени, в который совершается высказывание, и референтом. В данном случае, если в ситуации парадокса автоответчика социальная практика использования автоответчиков создает контекст интерпретации, то здесь уже социальная практика оставления записок создает контекст интерпретации. Ну и, наконец, решение парадокса оставленной на двери записки, опять же, происходит это решение за счет отказа от тождества между агентом и тем, кто совершает высказывание. Здесь, соответственно, социальная практика оставленных записок на дверь помогает нам понять, сколько, соответственно, понять, как интерпретировать данные высказывания и, соответственно, как оценивать их условия истинности. Мы понимаем, что если на двери кабинета конкретного человека висит записка, и в ней написано «я», то «я» будет указывать на хозяина, соответственно, кабинета, в чей кабинет ведет эта дверь. Собственно говоря, оба эти два подхода фактически предполагают, что семантика Каплана сталкивается с вот этими трудностями, вот эти парадоксы, которые я обозначила, они возникают в результате того, что мы сталкиваемся с трудностями в реальной коммуникации, и семантика Каплана не способна объяснить, как возможно интуитивно правильное определение референции индексикальных выражений и, соответственно, истинностного значения высказываний, в которых они встречаются, носителями языка. Мы вроде как интуитивно правильно это можем сделать, но семантика Каплана вроде как не способна нам это дать. Не можем мы это объяснить. Для того, чтобы справиться с этими трудностями, необходимо внести корректировки в семантику Каплана, то есть ее необходимо каким-то образом модифицировать. Вот, собственно говоря, эта модификация заключается в разграничении семантически релевантного контекста и контекста совершения высказывания, и мы должны понимать, что семантически релевантным контекстом в одном случае выступает интенциональный контекст, в другом подходе, соответственно, конвенциональный. И оценивать, находить референт мы должны благодаря использованию, обращению, точнее, к интенциональному контексту, ну или, соответственно, конвенциональному. В чем же состоит суть модификации? Суть модификации фактически заключается в том, что мы включаем в число семантических факторов, если мы посмотрим, то есть на то, что говорит при Дели, то, на что, и то, про что говорит Каратса, мы увидим, что и тот, и другой предлагают включить в число семантических факторов, то есть вот в этот самый семантически релевантный контекст, включить те факторы, которые традиционно относятся к прагматическим факторам. То есть это, например, интенции того, кто делает высказывание, социальные или языковые конвенции и так далее. То есть, в принципе, вроде бы кажется, что мы должны все то, что раньше относилось к проблематике, теперь Каратса и при Дели предлагают включить в семантику. Ну и, соответственно, тот вывод, который я делала об этом довольно спорном утверждении о том, что суть этой модификации состоит именно в модификации семантики, заключается в том, что дело в том, что Каратса и при Дели просто предполагают иное представление о взаимоотношении семантики и прагматики, которое отличается от традиционного. То есть то, что мы традиционно считаем прагматическими факторами, они предлагают считать семантическими. Ну и, соответственно, раз
происходит некоторое изменение в понимании того, что же считать семантическими факторами, мы, по всей видимости, должны прийти к выводу о том, что и Карадзе, и Придели предполагают какое-то иное представление о том, чем занимается семантика, чем занимается прагматика, и, соответственно, каков критерий разграничения семантики и прагматики. На этом у меня все. В принципе, кратко свою основную идею доклада я рассказала. Спасибо за внимание. Так, есть ли у кого-то ко мне вопросы? Я побуду сразу модератором. Да. Это вопрос сразу как реплика будет? Уже на понимание вопрос. Там, где записку писала жена мужу, вы, ну, в общем, когда так она пришла показаться домой, да? Вот, ну, я прочитала эту записку, и вы сказали вот что. Теперь слово «сейчас» в этой записке начинает указывать на 22. Я не понял этой формулировки. Дело в том, что слово «сейчас» само по себе ни на что не указывает. Оно указывает только в контексте. И в каком контексте оно начинает? В контексте прочтения женой записки. В тот момент, когда она вернулась. Это что за контекст? В тот момент, когда она, ну, грубо говоря, стоит и читает эту записку ровно в 22:00. Нет, давайте контекст по Капану определим. Если контекст определить по Капану, то это контекст какой? А контекст, в котором время, это 22. Да. Угу. А почему? То есть параметры. Слово «сейчас» в этом контексте всегда указывало на 22. Оно не начало указывать на 22, оно всегда указывало на 22 в этом контексте. Да. А, ну, если в этом контексте, то да. Разумеется. Но еще раз, слово «сейчас» само по себе без контекста ни на что не указывает. Оно указывает только в контексте. Поэтому если мы задаемся вопросом, на что указывает это слово, то нам нужно задать контекст. Насколько я понимаю, Придели его в этой ситуации как раз-таки смущает то, что когда Джон имел в виду сейчас, он имел в виду 18. Вот. И, собственно говоря, вот эти два разницы между двумя контекстами, который в контексте Джона, контекст, который как по Каплану задаем, временной параметр указывает на 18, да. В контексте, когда читает жена, временной параметр резко изменяется на 22. Но, собственно говоря, как должна произойти успешная коммуникация в данной ситуации, если мы в одном случае имеем в виду 18, в другом случае 22. А то, что вы сказали про то, что в контексте всегда указывает на одно время, да, тут согласна. То есть если контекст прочтения записки женой 22, то да, оно всегда указывает на 22. Да. Можно ли заменить высказывание «существует только мое сознание»? Мое сознание на следующую конструкцию, если это предложить. Существует только сознание Анки Дмитрия Владимировича. Будет ли это солипсизм? Спасибо за вопрос. Насчет солипсизма не знаю, не уверена. Насчет того, что мы можем заменить на кореференциальный термин, то есть, соответственно, использовать не индексикал «моё», а имя собственное, чисто теоретически мы можем сделать, и такой подход, скорее всего, будет в рамках классического расселовского фрегианского подхода, но, собственно говоря, мы так или иначе будем терять некоторую информацию, как то, о чем я говорила в начале, о том, в чем состоит специфика индексикалов, что мы не можем просто так взять и избавиться от индексикалов в естественном языке. То есть надо выделять солипсизм 1, когда говорится «существует только сознание Дмитрия Владимировича», и солипсизм 2, когда говорится «существует только мое сознание». Я, если честно, не вижу, как здесь возникает проблема солипсизма. Как-то я пока не могу понять. Если я утверждаю, что существует только мое сознание, это, наверное, солипсизм. Это да. А если я говорю, что существует только сознание Анки Дмитрия Владимировича, это...
Ну, в принципе, наверное, если никого у нас, если никого из объектов у нас, кроме Анкина Дмитрия Владимировича, нету, то, наверное, да. В принципе, наверное, тогда разницы относительно солипсизма никакой не будет. У нас по-прежнему есть только один объект, у которого есть сознание. Это один и тот же солипсизм. Мне кажется, что да. В данном случае никакой, мне кажется, разницы в потере информации не будет при замене. А мы, может, так всегда обстоит? Или обязательно потеряться? Вообще считается, что должно потеряться. Вот те самые классические примеры у Джона Перри с тем, что я рассыпал сахар, а не поправь меня, да? Да. Да? Вот, что есть разница между тем, чтобы сказать «я рассыпал сахар» и «Джон Перри рассыпал сахар». Потому что когда я рассыпал сахар, я понимаю, что это я рассыпал сахар, и это будет, приведет к каким-то действиям, которые я буду осуществлять. Например, я пойду и уберу за собой сахар. А если это какой-то некий третий человек, Джон Перри, рассыпал сахар, то вот пусть он идет и убирает. Я не этот человек. Соответственно, разница поведения объясняется ментальными состояниями. Мое ментальное состояние зависит от того, на кого я указал, собственно говоря. Если я осознал, что это я, то я пойду убирать сахар сам за собой. Есть пресуппозиция, что сахар нужно убирать. Это да. У Каплана, по-моему, был пример еще с тем, что у меня загорелись брюки. Что есть разница между тем, что я скажу, у меня загорелись брюки, или у Дэвида Каплана загорелись брюки. Потому что если брюки загорелись у меня, то я буду стараться их потушить, и больно будет мне, если они горят. А если это у какого-то Дэвида Каплана загорелись брюки, то, во-первых, я могу не любить этого Дэвида Каплана и не решать ему помогать. Ну и, соответственно, в общем-то, мое поведение в двух этих ситуациях будет отличаться. А если у меня загорели брюки, то Сложно говорить насчет ментальных состояний марсиан, но, в принципе, я думаю, он ничем не будет отличаться в данном случае от Дэвида Каплана. То есть ситуация будет такая же. Если мы предполагаем, что ментальные состояния так или иначе объясняют поведение... Марсиан может радоваться. Может, но тогда его состояние будет отличаться, соответственно, от... Точнее, его поведение будет отличаться от поведения меня, например, человека, который не рад, что у него загорелись брюки. Соответственно, мы опять же можем сказать, что вот эти индексикальность, встроенная в высказывание с «я» и при замене «я» на кореференциальный термин, соответственно, что-то изменяется, и это изменение ведет к изменению в поведении. Давайте тогда только по очереди, я, по-моему, видела, что Аня первая. Да, ну, у меня комментарий по поводу вопроса Дмитрия Владимировича. Мне кажется, что ответ на самый первый его вопрос состоит в том, что будет ли это солипсизмом или нет, зависит от того, какую семантику имен мы принимаем. Потому что если мы говорим, что имя Дмитрия Владимировича означает объект определенный, то мы тем самым допускаем, что есть какие-то объекты, а значит, это уже не солипсизм. Ну, по крайней мере, не такой солипсизм, как когда мы говорим, что существует только мое сознание. Ну, или, во всяком случае, как-то его иначе надо выводить отсюда, как-то иначе основывать. А вот если мы, например, говорим, что Анки Дмитрий Владимирович – это просто другая словесная формула для лексикала «я», то тогда не возникает. У меня был больше вопрос, всегда ли можно провести подобную операцию? Давайте мы оставим этот вопрос на общую дискуссию, обсуждение, и давайте дальше. Алексей, по-моему, видел, у вас был вопрос еще, да? Да, у меня такой. Надеюсь, что короткий. Да, короткий, потому что, смотри, то есть, если я правильно понял, сейчас, потому что в дискуссии есть разница между тем, когда я говорю, у меня загорелись брюки, и у Алексея загорелись брюки. А есть ли разница, такая же она, или она другая, или нет, когда я говорю, у Ольги Козырева загорелось платье, у тебя загорелось платье? Мне кажется, что она, если и есть, то она, очевидно, меньше, чем в случае, когда мы меняем «я» на кореференциальный термин. Потому что в данном случае потеря информации таковой особо не происходит. То есть да, можно обратиться ко мне и так, с позиции второго лица, с позиции третьего лица, но потери информации, по-моему, здесь не будет.
она не приведет, опять же, если мы будем рассматривать это как вариант, что у нас что-то изменяется в действиях, и это изменение в действиях связано с тем, как мы обращаемся и как мы определяем тот объект, про который идет речь, то такой разницы, мне кажется, не будет. Но, если честно, я не уверена, надо подумать. Так, еще один месяц. Да, на понимание тоже вопрос. В вашем докладе важную роль играл термин «семантический релевантный контекст». Не могли бы вы, коротенько, сказать или, может быть, повторить, как я, может быть, не уверен, что это такое? Ну и самое главное, чем семантический контекст, уже много, да? Чем семантически релевантный контекст отличается от семантически нерелевантного? Семантически релевантный контекст – это контекст, который помогает определить референцию выражения и, соответственно, истинные условия предложения. Извините, в котором... любой контекст помогает определить референцию. Вот, значит, собственно... Вот записка, я был этим. Берем контекст Пушкин, бла-бла-бла. Этот контекст позволяет определить референцию. Референтом слова «я» будет Пушкин. Берем контекст Лермонтов, ну и там время, место и прочее. Контекст легко позволяет определить референцию. Это Лермонтов. То есть любой контекст позволяет определить референт слова «я», ну и слово «сейчас» и так далее. Как я понимаю, то, что вот особенно в частности, опять же, это видно на примере с Юрием и с Ю у парадокса у Каратце, что контекст высказывания, который совершалось Ю, я сейчас здесь, вот этот контекст, если мы будем оценивать его с точки зрения Каплана и задавать время, место агента и возможный мир, агентом будет выступать Ю. Соответственно, высказывание совершило тоже с Ю, и референтом тоже должна быть Ю, но референтом должен быть Юрий. То есть этот контекст, в котором Сью совершала высказывание, он не помогает правильно определить референта. А, значит, можно определить референт правильно и неправильно. А по каким критериям? Вот, как я так понимаю, что этого критерия правильности они как раз не задают. Интуитивное определение правильности, истинности и предложения. Ну, то есть интуитивно, как носители языка, мы понимаем, что я в данном случае указываю на Юрия, а не на Сью, хотя высказывание совершало Сью. Мы это понимаем именно как носители языка. Как носители языка. Вот эти опять какие-то неопределенные, да, неформализованные интуиции, которые есть у носителя языка. Понял, спасибо. Так, все? Больше вопросов ко мне нету? Тогда я приглашаю Евгения Васильевича. Ну, сейчас я законсультирую ваш ответ. Угу. Проще не уходить отсюда. Мне надо куда-нибудь сесть. Евгений Васильевич, у вас есть презентация? Нет. Тем более. Это надо говорить в микрофон или так? Камера улавливается. Должна улавливать, да. То есть... Ну, вроде в чате писали, что все слышно. Вопрос, собственно, такой. Мне вот сидеть здесь можно? Думаю, можно. Я хочу несколько высказать возражений против того, что сказала Ольга. Сначала я хочу сказать Ольге спасибо за то, что Ольга замутила такую хорошую дискуссию. Это Томский еще в осени это началось, но об этом я сказала тоже. Вот, и у нас эта дискуссия даже вылилась в панельную дискуссию печатную, она будет опубликована в журнале «Есть университета серии философии» в этом году. Там, значит, заглавная статья Ольги, потом несколько реплик, в том числе моя, ну и финальный ответ. Значит, все началось с того, что на прошедшей осенней конференции в Томске я с Ольгой по некоторым пунктам не согласен, и сейчас я хочу об этом сказать. Значит, давайте я начну с самого начала, то есть с некоторых базовых понятий, которые я вообще предлагала, но я их хочу по-своему определить, потому что это мне поможет мои определения представить. Итак, давайте начнем с самого начала. Во-первых, я хочу еще раз определить понятие предложения, пропозиции и контекст.
разумеется, построенная по определенным синтаксическим правилам, в русском языке, в английском и так далее. В этом смысле предложение «снег дел», «снег является делом» и «snow is white» — это все разные предложения, разные последовательности слов. Значит, предложение само по себе не истинное или ложное. Истинное или ложное может быть только пропозиция, которую предложение выражает. Вот если мы наши люди как-то проинтерпретировали, то предложение начинает выражать пропозицию. Под пропозицией можно так интуитивно понимать информацию, которую предложение выражает. Разумеется, в обычном понимании все три предложения, которые я привел, снег бел, снег является белым, и снова is white, вершная is twice, можно добавить, и всякое подобное. В общем, все эти предложения выражают одну и ту же пропозицию, разумеется. Итак, предложение выражает пропозицию, попросту говоря, некоторую порцию информации. И именно пропозиции могут быть истинными или ложными предложениями. И дальше. В некоторых случаях пропозиция, которая выражает предложение, зависит от контекста. Об этом Ольга подробно сказала. Там есть, возьмем предложение «я голоден». Вот произношу это «я», я как бы выражу информацию о том, что Евгений Борисов является голодным. Если это же предложение произнесет Алексей Геннадьевич Кислов, он выразит совсем другую пропозицию, а именно, что Алексей Геннадьевич является голодным. Вот. Так, пропозиция зависит от контекста. Значит, это же самое относится к референтам многих слов, таких как «я», «сейчас» и так далее, но это индексикалы, о которых, собственно, у нас речь идет. Вот, значит, итак, предложение, пропозиция и контекст. Что такое контекст? Давайте контекст будем понимать по Каплану, то есть не в интуитивном таком расплывчатом понимании, как какая-то ситуация, где произносится что-то, а как множество, состоящее из четырех элементов. Агент, время, место и возможный мир. Больше там ничего нет. Вот множество состоящих из четырех элементов. Каплан это определил так контекст, когда формализовал фрагмент естественного языка, который содержит только три индексикала. Я здесь и сейчас, других там нет. Вот. Если мы возьмем язык, который содержит большее количество индексикалов, ты, он и так далее, то нам потребуется другой. По-другому определять контекст. Ну, вот, значит, пока ограничимся вот этими тремя индексикалами. Я здесь и сейчас. И будем рассматривать контексты по Каплану. Так, это множество, состоящее из агента, времени, места и контекста. И возможного времени. Окей. Ну и теперь понятно, пропозиция, например, «я сейчас голоден». Берем контекст Пушкин, 1830 год. И дальше не важно, место и возможное мир не важно. Значит, пропозиция какая выражается? Что Пушкин в 1830 году был голоден. Берем другой контекст для этого же предложения. Например, там Лев Толстой, 1900 год, дальше не важно. Пропозиция «я сейчас голоден», то есть предложение «я сейчас голоден» в этом контексте выражает пропозицию «Лев Толстой в 1900 году был голоден». Значит, разные контексты, разные выражаемые пропозиции. Одно предложение, бесконечно разнообразные контексты, бесконечно разнообразные пропозиции. Вот такая у нас картинка. Теперь давайте рассмотрим, что происходит в коммуникации. Все примеры, которые обсуждала Ольга в своей презентации, и которые обсуждают авторы, на которых она ссылалась, там Прибелис, Хитл и прочие. Значит, ситуация с автоответчиком, ситуация с записком. Это все некоторые коммуникативные ситуации, ситуация коммуникации. Вот, что мы имеем в коммуникации? Мы имеем предложение, но мы не имеем контекста. Вот я вижу записку. Что я вижу? Я вижу предложение, последовательность слов. Например, «я приду завтра». Вот, значит, вот на записке написано «я приду завтра». Значит, я имею предложение.
Дальше, мне это коммуникативная ситуация. Я хочу узнать, что до меня хотел донести автор записки. То есть я хочу узнать, какую пропозицию автор записки хотел мне сообщить. Вот здесь принципиально важно вот что. Значит, коммуникация может быть успешной и неуспешной. Успешная коммуникация. Успех коммуникации, ну, в разных случаях можно по-разному определять. Там, я не буду определять понятие успеха коммуникации. Давайте допустим, что вот в ситуации, которую я рассматриваю, когда я читаю записку, там, я прихожу домой, обнаруживаю там, на столе записку, я приду завтра. Вот мне важно знать, какую пропозицию хотел бы меня донести автор. Потому что коммуникация – это обмен информацией. А информация, которая выражает предложение, это пропозиция. Если автор записки оставил записку для меня, значит, он ко мне обратился с предложением, в смысле, написал предложение. И значит, он хотел до меня донести какую-то пропозицию. Давайте допустим, что в данном случае для меня успех коммуникации – это понимание той пропозиции, которую хотел донести до меня автор записки. То есть, просто говоря, я хочу узнать, что мне хотел автор записки сообщить. А пропозиция, которую я хочу узнать, это пропозиция, которую данное предложение выражает в некотором контексте. Вопрос в каком контексте? Так, коммуникативная ситуация. У меня есть предложение, но у меня нет контекста. Какой контекст я должен применить, чтобы понять это предложение? Это вопрос, с которым я в коммуникации сталкиваюсь. Значит, еще раз. Я приду завтра. Вот это написано в записке. Я могу это понять следующее. Я могу эту записку прочитать в следующем контексте. Пушкин, там, 15 января 1830 года и что-то еще. Если я прочитаю в этом контексте, пропозиция будет, что Пушкин придет 16 января 1830 года. Вот. Я могу прочитать это предложение в этом контексте, могу в другом, в третьем, или бесконечно много. Да? Значит, вопрос, какой контекст я выберу. Сама по себе запись контекста мне не предлагает. Она только, как бы, да. Записка представляет мне только некоторые предложения. Предложение есть, контекст пока. Вот, значит, я выбираю контекст, который ведет к успеху коммуникации, как я его, этот успех, понимаю. Вот как я выбираю этот контекст, это следующий вопрос. Например, по почерку. Например, я знаю, что эту записку мог оставить мой сын или моя жена. И я знаю почерк сына и почерк жены. Я вижу, что записка написана почерком сына, но я все понимаю, значит, сын придет завтра. Но завтра, это в смысле, вот если я это читаю, например, 14 мая, то завтра означает 15 мая. Да, в данном случае. То есть контекст содержит агента и время, значит, мой сын и 14 мая. Если я в этом контексте, ну и плюс еще время и возможное место и возможное. Если я в этом контексте, сын 14 мая, понимаю записку, значит, я понимаю пропозицию, которую он мне хотел донести, что он, мой сын, придет 15-го. Вот. Итак, вот вопрос, который, значит, вопрос, какой контекст выбрать. Этот контекст Ольга называла семантически релевантным контекстом. Я считаю, что это терминологически неудачное решение. Я скажу тоже почему. Я буду называть этот контекст коммуникативно релевантным. Потому что в данной коммуникативной ситуации релевантен этот контекст. Можно ведь вообразить, что точно такую же записку обнаружил у себя на столе Алексей Геннадьевич, когда пришел домой. Но очевидно, что как бы, в данном случае коммуникативно релевантным контекстом не будет контекст, в котором агент – это мой сын, а число, например, 14 мая. Число, может быть, и это останется, но очевидно, что агентом здесь будет кто-то другой, кто-то из членов семьи Алексея Геннадьевича. Да? Вот. Или, например, давайте допустим, что ну, люди изучают архив Пушкина Александра Сергеевича, у него в каком-то сундуке нашли вот такую записку, я приду завтра. Но, очевидно, там могут быть разные предположения, может быть, это Анна Керн написала, может быть, Николай Первый, может быть, Лермонтов, с которым Пушкин, как известно, это
были неразлучные друзья. Но определенно там не Лев Толстой и не Сократ. Да? Значит, вот опять же, чтобы понять эту записку, нам нужно подобрать релевантный какой-то контекст. И как мы выбираем этот контекст, вот, например, по почерку или, например, по каким-то биографическим данным. Но мы знаем что-то из биографии Пушкина, и это позволяет нам понять, например, кто эту записку написал, когда и что хотел этим сказать, то есть какую пропозицию хотел сказать. Вот. Ну и вот я подхожу постепенно к главному пункту, к дистинкции семантики и прагматики, к разграничению семантики и прагматики. Итак, допустим, еще раз, этот же случай. Я нашел записку, я буду завтра, и понял, что это мой сын мне написал, и он хотел мне сообщить, что он придет. Ну, я читаю записку 14 мая, я понимаю, что мой сын сообщает мне, что он придет 15 мая. Значит, вот я понял пропозицию, которую он хотел для меня донести. Я прочитал предложение, но мало этого, я еще и понял пропозицию. Более того, ну, чтобы понять пропозицию, мне пришлось установить референты. Референты слова «я» и слова «завтра». Ну, «завтра» значит один день после сейчас. Значит, я установил референты и благодаря этому установил пропозицию, которую эта записка в этом контексте, который я мне сообщил. В другом контексте она сообщала бы другую пропозицию. Так я дошел до пропозиции. Коммуникация дошла до успеха. Я понял информацию, которую я должен был понять, чтобы коммуникация получилась успешной. Теперь вопрос. На каком основании, как бы, что мне позволило эту самую пропозицию понять? Мне это позволили, в ответ, две вещи. Первое – знание русского языка. И второе – знание некоторых обстоятельств, которые к языку отношения не имеют. Например, почерк моего сына. Знание русского языка – это знание слов, собственно говоря. И, значит, вот, ну, Ольга упоминала, по Каплану, я сейчас остаюсь в рамках каплановской семантики, по Каплану значение предложения – это характер. Ну, в смысле, как он называет это характером, то есть это синоним просто, значение и характер. Вот. А что это такое? Это функция от контекстов, пропозиция. Что такое значение предложения? Это функция от контекстов, пропозиция. Вот мы все знаем значение предложения «я сейчас голоден». И поэтому мы все прекрасно понимаем, что в контексте Пушкин, 1830 год, место и посмотрим мир, это предложение выражает пропозицию, что Пушкин был голодным в 1830 году. То есть мы применяем, значит, характер – это функция от контекста пропозиции. Да? Функцию мы применяем к аргументу, к контексту, и получаем выражаемую пропозицию. Применяем эту же функцию к другому контексту, получаем другую выражаемую пропозицию. Значит, это значение предложения. Характер, то есть функция от контекста к пропозициям, это значение предложения. Значение – это то, что должны знать носители языка. Я, как носитель русского языка, знаю значение. Я прочитал записки «Я буду завтра». Я прекрасно понял значение этой записки, то есть я понял функцию от контекста к пропозиции. То есть я понял, что если я применю эту функцию к одному контексту, получу вот такую пропозицию. Если к этому контексту, получу вот эту пропозицию. Вот это то, что я понял как носитель языка. И это чтобы понять это, мне было достаточно моих языковых компетенций, моего знания русского языка. Больше мне ничего не нужно. А дальше, значит, это знание русского языка никак мне не помогло определить коммуникативно релевантный контекст. То есть определить, например, кто это писал, Пушкин или мой сын, или кто-то еще. Вот, чтобы, давайте сузим группу подозреваемых, либо мой сын, либо моя жена. Чтобы определить, кто из них это писал, мне нужно знать, я, например, определил по почерку. Значит, я знал просто, каков почерк моего сына и каков почерк моей жены. Это уже не лингвистическое знание, это знание не про русский язык, это знание про что-то другое. Значит, про мир
Давайте я под миром буду понимать все, кроме языка. Значит, как я понял пропозицию? Сначала я понял предложение. Для этого мне потребовалось только знание языка. Потом я понял, какой контекст является коммуникативно релевантным. Для этого мне потребовалось знание мира. Например, знание почерка там, моего сына и моей жены. И вот на этом втором этапе, когда я применил знание мира, я получил пропозицию. На первом этапе я получил значение предложения. И все, больше ничего. Значение – это функция от контекста пропозиции. То есть я просто на первом этапе я понял, как выражаемая пропозиция зависит от контекста. Контексты бесконечно разнообразны. Пропозиции выражаемые тоже бесконечно разнообразны. Какую именно пропозицию здесь мне нужно понять? Значит, об этом я совсем ничего на первом этапе не понял. На первом этапе я применил только лингвистические знания. На втором этапе я применил знания почерков. И понял, что это писал мой сын. Но потом я применил кое-какое еще знание. Например, я понял, когда он это писал, потому что утром здесь записки не было 14 мая, а вечером 14 мая она здесь есть. Значит, я понял, что он написал ее 14 мая. Отсюда я понял референт слова «завтра». Завтра – это 15 мая. Вот. То есть я определил референты, почему? На основе некоторого знания о мире, знания почерков и знания того факта, что утром здесь не было записки, а вечером она появилась. Вот. Значит, итак… Два этапа. Лингвистический, скажем так, и экстралингвистический, в моем понимании этой записки, имели место. На лингвистическом этапе я понял только значение, не пропозицию, только значение, то есть характер, то есть функцию от контекста к контентам пропозиции. Это первый этап. На втором, и я применил только знание русского языка. На втором этапе я применил знание мира, экстралингвистическое знание, и на этой основе понял референты лексикальных выражений, и на этой основе понял, какую пропозицию мне хочет донести автор. То есть, просто говоря, на втором этапе я нашел коммуникативно релевантный контекст и применил характер данного предложения к этому контексту. Вот. Значит, когда мы применяем знание языка и когда мы применяем правила мира, эти две вещи традиционно от начала времен относятся к областям семантики и прагматики. Значит, семантика – это, так, грубо говоря, это то, что имеет дело только со знанием языка. Наше семантическое знание – это наше знание языка. Прагматика – это то, что имеет дело с чем-то помимо знания языка. Прагматика имеет дело с экстралингвистическим знанием. Значит, это традиционное деление семантики и прагматики. И мое первое и главное, наверное, возражение против Ольги состоит в том, что Ольга предположила, что необходимо, но как-то и изменить разграничение семантики и прагматики, пересмотреть его, вот, но не предложила оснований. А зачем? То, что я изложил, это, повторяю, не какое-то там маргинальное разграничение семантики и прагматики, а традиционное, но такое мейнстримное. Это не значит, что оно как бы абсолютно, это значит, что его нельзя пересмотреть, но чтобы его пересмотреть, для этого нужны какие-то основания. Я считаю, что все те случаи коммуникации, которые Ольга представила в своей презентации, и в статье, и в предыдущем докладе в Томске, все эти случаи не требуют пересмотра разграничения семантики и прагматики. Все эти случаи, подобные тому, они, может быть, как бы количественно так более сложны, чем случаи, которые я изложил, но качественно от моего примера не отличаются. Я имею в виду пример с пониманием записки. То есть... Мы понимаем предложение, потом применяем экстралингвистические знания и выбираем коммуникативно релевантный контекст. На этом основании мы понимаем пропозицию.
Вот все случаи там с автоответчиком, со Сью и Юрием и так далее, мне кажется, что все эти случаи в эту схему укладываются и, соответственно, укладываются в традиционные разграничения семантики и прагматики. Мы выделяем как бы лингвистический и экстралингвистический этап в нашем понимании, например, записки или реплики в автоответчике и так далее. Вот. И теперь понятно, что коммуникативно релевантный контекст, значит, еще раз, это контекст, который мы определяем, контекст, который мы для себя принимаем, как бы применяя экстралингвистическое знание, знание почвы, знание биографии Пушкина. Вот, если так, то это коммуникативно-релевантный контекст – это прагматическое понятие. То есть коммуникативно-релевантный контекст имеет прагматическую природу, поэтому, когда Ольга называет коммуникативно-релевантный контекст семантически релевантным контекстом, ну, в этом как бы нет какой-то ошибки, да, но я считаю, что это просто терминологически неудачное решение, оно несколько сбивает с толку. Вот. Так, первое, значит… Но это не столько возражение, сколько просто я как бы констатирую, что Ольга предположила, что разграничение семантики и прагматики нужно пересмотреть, но я считаю, что оснований для этого достаточно Ольга не привела, и авторы, на которых она ссылается, тоже не привели. Итак, это мое первое и, думаю, что главное возражение. Так, кстати, и вот вопрос, который я задавал. Вопрос, который я задавал, последний. Да, значит, семантически релевантный и семантически нерелевантный контекст. Чем отличаются? Ну, каждый контекст позволяет определить референт. Но есть, сказала Ольга, референты правильные и неправильные. А как мы определяем, какие правильные, какие неправильные? Ольга сказала, что мы это определяем как носители языка. Вот с этим я категорически не согласен. Мы это определяем, ну, в смысле, если понимать этот тезис в том смысле, что достаточно наших языковых компетенций, чтобы определить правильный референт, то с этим я не согласен. Пример, который я привел, мне кажется, вполне с очевидностью показывает. Я в записке определил референтом слова «я» является мой сын. Как я это определил? Я, значит, применил мои знания почерков членов моей семьи, но это, конечно же, не лингвистическое знание. Да? Значит, мы это определяем не как носители языка, а как участники коммуникации, и мы применяем не знание языка, а нечто помимо знания языка для этого. Значит, это просто, как мне кажется, подтверждает лишний раз, что семантический релевантный контекст правильно называть прагматическим релевантным контекстом, ну или, например, коммуникативным релевантным контекстом. Вот. Значит, это мое принципиальное главное замечание, теперь не главное. Я считаю, что Ольга приписала Каплану больше, чем Каплан хотел сказать. Значит, Ольга сказала, что многие как бы проблемы, которые обсуждают авторы, на которых она ссылалась, это проблемы, я считаю, чисто прагматические, что семантика Каплана не способна объяснить эти проблемы. Вот с этим я, конечно же, соглашусь. Но это все равно, что сказать, что, например, что там фискалоидная химия не способна решить египтологические проблемы. Да, не способна, но она и не пыталась, и не должна. Значит, семантика не должна решать прагматических проблем. И Каплан не пытался решать прагматических проблем, и у Каплана понятия семантически релевантного контекста нет, ну или там понятия прагматически релевантного контекста. В семантике Каплана. У Каплана не только семантика, это что-то еще, да, это целая философия языка, но в семантике Каплана понятие семантически релевантного контекста, или, я бы сказал, коммуникативно релевантного контекста, во-первых, нет, во-вторых, не могло быть, потому что это внесемантическое понятие. Вот. И, значит,
Поэтому проблемы, которые связаны там со случаями с автоответчиком, с запиской, со Сьюи Юрием и прочее, это все проблемы имеют прагматический характер. Их действительно решать надо, но для этого не нужно трансформировать капоновскую семантику. Но за исключением одного пункта, в котором я согласен, я не буду на нем останавливаться, только знаю. Вот. Значит, То есть я хочу сказать, что Каплан ни в чем не виноват. Ну, не главный, но все-таки тезис Альби состоял в том, что Каплан вот тут напутал, и случаи, проблемные случаи, о которых она говорила, автоответчик, записки и прочее, они показывают, что у Каплана здесь в семантике что-то не ладится, поэтому его семантику нужно поправить. Вот нет, я считаю, что у Каплана там все хорошо, и эти случаи как бы никак семантику Каплана под сомнение не ставят, но за исключением одного пункта, на котором сэкономлю время. Вот у меня все, спасибо. Спасибо большое, Евгений Васильевич. Есть ли у кого-то вопросы на такие, скажем так, на понимание? У меня есть вопрос, на самом деле, к вам обоим. Я предлагаю рассмотреть модифицированный вариант примера про Сью и Юрия. Вот если та же самая записка, я сейчас не здесь, если бы Сью написала внизу Юрий, то, значит, ну, понятно, что в этом случае не было бы никаких сомнений у тех, кто читает записку, что релевантный текст, значит, в котором надо идентифицировать лексикал «я», это контекст, в котором он указывает лексикал на Юрия, несмотря на то, что записку писала Сью. Ну, то есть, все мы знаем, что правила коммуникации таковы, что если написано «я сейчас не здесь», внизу подпись «Юрий», то значит «я» — это Юрий. Вот. Но в данном случае, как сказать, имя Юрий, то, что имя Юрия обозначает Юрия, не имеет отношения к тому, как мы должны интерпретировать индексикал «я». Указание на правильную интерпретацию дает нам не само значение имени Юрий, а то, что это имя написано на месте подписи под запиской. То есть есть не только правила интерпретации слов, но и правила интерпретации каких-то вот таких структурных элементов вроде подписи. И как вы думаете, вы оба, эти правила, они относятся ли к семантике или они относятся к прагматике? В общем, дает ли нам рассмотрение этой модификации что-нибудь новое для понимания обсуждаемой темы? Кого им вопрос? Давайте. Да, давайте я. Мне кажется, что если ты говоришь про правила, про понимание записок, то можно ответить в стиле Каратса о том, что есть определенная социальная практика, конвенции того, как мы обычно понимаем записки, в которых есть подписи, что эта подпись будет указывать на тот индексикал, который, собственно говоря, в этой записке используется. И в таком случае, мне кажется, ничего особо не поменяется по сравнению с тем примером, что было здесь. То есть просто мы сменили социальную практику. Там у нас была социальная практика прочтения, понимание того, что написано в записке, прикрепленной к двери, раз дверь ведет в кабинет этого человека и так далее. А теперь у нас просто поменялась записка, мы теперь ее прочитываем через другую социальную практику подписанта этой записки. Вот у меня аналогичный пример, но я бы хотел узнать, какая здесь практика. Я сейчас жив и не жив. Кот Шрёдингера. Какая здесь практика? Мне тоже хочется пошутить и сказать, что кот Шрёдингера не говорит. Тут нету практики социальной. Так себе. А если чем говорить? Например, почему говорить? Вот, Говорит или не говорит.
Аня поставила вопрос нам обоим. Позвольте, я тоже кое-что добавлю. Ну, во-первых, я согласен с ответом Ольги. Во-вторых, я только добавлю, не знаю, согласится ли Ольга с этим добавлением, что знание о том, что подпись внизу указывает, как бы сказать, референт имени внизу, референт имени в подписи должен быть агентом контекста. Вот это правило имеет место. Значит, внизу мы ставим подпись, там, Юрий Гагарин. Да? Я в космосе, Юрий Гагарин. Вот, значит, когда мы читаем записку, мы используем вот такое правило. Мы внизу видим имя, и его референт этого имени мы делаем агентом контекста. Нам, чтобы прочитать записку, нужен контекст. Контекст содержит, в частности, агента. Агента мы берем референт. Да, это такое правило. Теперь вопрос. Знание этого правила – это часть знания русского языка или нет? Ну, мне ответ кажется очевидным. Нет, это не часть знания русского языка. Это относится к знанию того, как мы оформляем записки и так далее. Вот. Значит, таким образом, является ли это правило семантическим или прагматическим? Мой ответ – прагматическим. Я, можно тоже это скажу, я согласен, что он тоже является прагматическим, раздумывать интересно. На то, что Шуфилов возникает, ну, не ранее шутки. Если бы у нас референции коррелировали, да, внизу подпись и местоимение без правила прагматического, да, то тогда они бы были взаимозаменимы. Но как глупо выглядит записка. Юрий придет завтра, и подпись я. В общем-то, нельзя. Уже нарушает правила написания записи. Она становится не информацией. Если позволите. Я сейчас жив. Это семантическое правило квантовой логики. Это семантическое правило. Я сейчас жив и не жив. Я прошу прощения. Ведь во-первых, повторите. Я прослушал. Когда мы говорим, рассматриваем высказывание «я сейчас жив и не жив», это не прагматическое, это чисто семантическое правило на микромире, квантовой логике, где можно использовать просто обычный класс. Если мы, если Клод Шреддингер напишет просто «я сейчас мертв», это будет интересно, но это не свидетельствует о том, что мы имеем дело с не классикой. Ну, с надписью «я сейчас мертв», любая подпись внизу делает ее, если ты продолжаешь. Автоответчик. Хоть шведу, который диктовал на автоответчике, я сейчас мертв. Ой, сложный подпись. Приходите на поминки. Ладно, а если мы напишем не подпись внизу «Юрий», а, скажем, «я сейчас не здесь», эту записку написал Юрий. Вопрос еще. То есть тогда мы можем сказать, что референт местоимения «я» определяется полностью семантическим образом. То есть что нам не нужна прагматика для того, чтобы... А референт в каком контексте? У слова «я» нет референта. Слово «я» само по себе не имеет контекста. Вот если я сейчас напишу на доске «я сейчас не здесь», эту записку написал Юрий. Или в любом другом месте. Мне кажется, что одного знания русского языка будет достаточно для того, чтобы восстановить референт местоимения «я» в каком бы контексте оно было. Фраза «эта записка» отсылает предложение «я сейчас не здесь». Я не понял. Я честно сказать, не понял. Мне кажется, что это смена феномена. Речь идет в данном случае не об лексикальности, а о анафоре. Вот. Джон устал, он спит. Мы определяем референт «он», анафорически отсылая Джона. Соответственно, вот твой пример с тем, что что-то там происходит, такой-то Юрий и я, это не уже будет не феномен лексикальности, это будет феномен анафоры. И они обычно рассматриваются по разному. Начинается со слова «я», «я сейчас». Ну, мы можем поменять, мне кажется, это не критично.
Чтобы слово «я» анафорическое отсылало к Юрию, чтобы я не могу такого попросить. Юрий спит. Ну ладно, Юрий написал эту записку, точка, я сейчас не здесь. Юрий написал эту записку, двоеточие, я сейчас не здесь. И тогда мы понимаем, что это не феномен лексикалис, это феномен анафоры, и мы можем, в принципе, его... Тогда может в кавычки взять. Юрий написал записку в кавычках, я сейчас не здесь. Двоеточие – это замена кавычек. Ну да, двоеточие и кавычки. Тогда здесь вообще нет никакой... Мне кажется, что здесь просто нет анафоры, здесь сообщение про Юрия о том, что он написал вот такие-то слова. Здесь слово «я» никак не связано анафорически с Юрием, потому что «я» стоит в кавычках, а «Юрий» – почему? Мы же хотим все равно определить референта лексикала. Какого? «Я». Не хотим. В закавычном контексте не хотим. Но без слова «я» сделает референт. Юрий написал записку, что он хотят петь. А, вот так, да. Так анафоры не реверсы, да. Ну, так, да, есть анафоры. Мне все равно кажется, что с «я» тоже будет анафоры в данном случае. Ну, если я в кавычках, то как? Это просто сообщение о том, какие слова Юрий написал. Вот, здесь значение слова «я», ну, то есть референт слова «я» в том или ином контексте вообще не влияет, но не играет никакой роли. Это сообщение о том, какие слова Юрий написал. Всего все равно, что Юрий написал картину, Юрий написал слова «я сейчас». Можно попозже, да, я могу зайти на. То есть тогда никакой не будет разницы между тем, что мы скажем, Юрий написал, что он у нас написал. Я устал? Например. Ну, например. Юрий написал «я устал» или Юрий написал «трава зеленая». Разница. Есть одно предложение истинное, другое ложное. Потому что Юрий написал, что он написал «я устал», но он при этом не писал «трава зеленая». Одно, все, что Юрий съел огурец, и Юрий съел помидор. Но есть разница между этими предложениями. То есть просто слова в кавычках – это некоторый объект. И когда мы говорим «Юрий написал, я устал», это предложение имеет такую же структуру, как «Юрий съел огурец». То есть написал – это отношение между Юрием и некоторым объектом, а именно фразой, которую он написал. Мне кажется, так. Мне все равно кажется, что это можно попробовать через анафору развернуть, но я подумаю над этим. Есть ли еще какие-то вопросы, комментарии к реплике Евгения Васильевича? Да, вот у Алексея была. Интересно, очень много такой уточняющий вопрос. Я вот, по поводу вашего тезиса о том, что языковых знаний явно бывает недостаточно для контекста. Я здесь не согласен, но я бы хотел уточнить, наверное, насчет того, что а где вот эта граница, то есть где языковые знания, где, собственно, не языковые, то есть что, собственно, является языковым знанием. Потому что, например, ваш пример с почерком, что вы по почерку определили, у меня здесь есть некоторые сомнения, потому что в письменности языков есть графемы, как в речи есть там фонемы, фонемы имеют варианты, звуки, да, одна и та же фонема у разных людей произносится по-разному, то есть у разных людей есть свои языковые особенности и диалекты, получается, да. И на письме они тоже могут проявляться. У одной графемы много там вариантов, то ли аллографы, то ли глифы их называют и так далее. И каждый и разные почерки, это, можно сказать, такие письменные диалекты. То есть это как получается как у разных людей, в каком-то смысле свои языковые особенности. И в данном случае вы проявили, как бы, может быть, знания русского языка там, своей жены и, своего сына, получается. Ну, давайте уточним, действительно, что такое знание языка или языковое знание. Тут, разумеется, это понятие для уточнения. Я имел в виду знание значений, знание значений. Ну, слов и любых синтаксических правильно построенных выражений. То есть нормативно. Имейте в виду норму, да, знание нормы языковой, правильно? Изыскание значений. Ну, хорошо, то есть лексику, грамматику, да? Лексику и значение слов. Ну да, лексику, грамматику. То есть я должен опознавать слова языка, я должен опознавать синтаксически правильно или неправильно построенные фразы, и я должен знать значение синтаксически правильно построенных фраз. То есть вот это все я должен знать. В общем, под знанием языка я имел в виду знание вот этого.
синтаксический состав, синтаксис и значения синтаксически правильно построенных выражений. Так, есть еще у кого-то вопросы? Да, можно трудно формулировать, надо ответить. Но вот у меня как бы нет вопросов, я просто хочу размышления такие сделать. Вот два, я опять же не могу придумать хороший пример с местоимением «я», но вот возьмем «завтра», которое тоже здесь уже, которое сегодня уже не раз звучало. И два выражения. Я приду завтра. Ну и выражение завтра, значит, позже, чем... Завтра позже, чем вчера. Так, завтра будет позже, чем вчера. В общем, проблем-то нет, да? То есть, если мы берем семантику, то есть определение значения, конструирование значений в первом выражении зависит от агент, место, время, возможный мир. Во втором случае то же самое, просто там получается, что во всех возможных мирах, во всех временах это значение будет истинным. Завтра позже, чем что там вчера? Да, ну, завтра будет позже, чем вчера. Ну, то есть, я не ошибаюсь, я правильно говорю. Но когда мы разбираем второе выражение, тут возникает то, что, наверное, вы называете прагматикой, прагматическим правилом. Ведь это не тождественно истинное выражение. Да? То есть оно в этом отношении как бы фактическое выражение. Завтра будет позже, чем вчера. То есть у него в стандартном понимании логической общей значимости нет. Хотя, с другой стороны, мы можем там включить какие-то логики времени, где такого рода выражения будут. Ну, ну, там, или аксиомами, или общезначимыми, или так далее. А с другой стороны, достаточно знания некой прагматической структуры, вот как знание почерка и так далее. Ну, знание употребления слов завтра, вчера, послезавтра, после, позавчера, сегодня и так далее. Вот ребенок может в этом путаться, например. А мы знаем, какая последовательность должна быть. Проще было бы с днями недели, но здесь как бы пример не такой яркий был бы. Ну, тут о том, что как бы среда будет после вторника. Вот, просто человек знает, какой порядок дней недели в том, что мы называем неделя. То есть, правильно я понимаю? То есть, вот, это было бы прагматическим правилом знания, ну, то есть, знание прагматического правила, когда я знаю о том, каков порядок дней недели. Непонятно? Знание, что среда идет позже. Не, ну что, в данном, в моем примере, что слова завтра и завтра вчера, и слово вчера мы употребляем именно в таком значении, что завтра обозначает день, который после чего. Вы же сами дали ответ, это можно сделать общезначимым правилом в некоторых логиках времени. Но вот в этом есть проблема, это не ответ, а как раз проблема некоторая. Это можно делать чисто семантикой. С одной стороны, это прагматика, с другой стороны, это можно сделать чисто семантикой. Вот, я с этим вот соглашусь, что как бы здесь получается и семантический подход, возможно, и прагматический. И никаких границ между тем и другим нет, между прагматикой и чистой семантикой. Они всегда сдвигают границы. Вот мне кажется, этот вопрос, он фактически выходит в довольно банально, да, может быть, и тривиально сформулированный вопрос о соотношении языка и мира. Собственно говоря, если мы прагматику отсылаем к чему-то, что является не языковым, как сказал Евгений Васильевич, экстралингвистическим, то есть внелингвистическим, фактически можно это обозначить словом «мир». Все то, что не является языком. И вопрос, ну, о соотношении семантики и прагматики. То есть мы тогда можем сказать, что вопрос о соотношении семантики и прагматики — это вопрос о соотношении языка и мира. И я позволю себе перейти к своеобразной попытки ответа на то, что сказал Евгений. А можно еще одну реплику? Да, было. Вот в структуре, где агент, время, место и возможный мир, меня смущает все, кроме возможный мир. А как мы определяем возможный мир? А если я возможный мир как раз определяю через параметры места или через параметры времени, то здесь зачем вот это? Это дань традиции какой-то. Нет, ну как можно строить формальную систему? У него множество возможных миров. Это, но если я их упорядочиваю каким-то образом? Что? А если их как-то упорядочиваю? Получишь другую семантику, другую формальную систему, в которой, может быть, что-то будет по-другому. Но как-то возможные миры не определяются через время. Ну, понятно. Но это вот уточнение. То есть он же строит семантику, значит, он определяет для начала понятие модели.
И вот понятие модели у него – это кортеж, который включает в себя, в частности, множество возможных миров. А еще множество… Да, само множество возможных миров, оно никак не упорядочено. Это примитивное множество, никак не упорядочено. Да, ну, спасибо, да, я множество понял. Множество времен у него упорядочено. Да. Ну, понятно. Угу. Вот, сейчас я бы хотела вернуться, как раз-таки это фактически будет попытка перейти к этому самому вопросу о соотношении языка и мира. И не знаю, насколько мне получится ответить на возражение Евгения Васильевича, но сейчас попробую. Структурирован мой ответ примерно следующим образом. Сначала попытка базового ответа, про который я тоже уже пыталась в Томске его как-то артикулировать, чуть более уточненный ответ, и кейс индексикализма, но я уже чувствую, что так как мы по времени немножко находимся в сжатых рамках, то, видимо, этот кейс я оставлю как-то на другой случай, но, может быть, только оговорюсь. Базовый ответ начну с того, что нужно попробовать резюмировать нашу дискуссию о том, что задача семантического анализа заключается, в принципе, в выявлении семантического содержания предложения, то есть пропозиции, вот той самой информации, про которую говорил Евгений Васильевич. И, соответственно, после того, как мы выявили семантическое содержание нашего предложения, то есть определили эту самую пропозицию, которая как раз-таки является носителем истинностного значения, мы должны затем определить условия истинности предложения, ну, точнее, пропозиции, как Евгений Васильевич говорил. И, соответственно, в случае с парадоксами, особенно в случае с парадоксами вот этого Юрия и Сью, мы не можем получить наше семантическое содержание, пока придерживаемся тождества между агентом, референтом и тем, кто совершает высказывание. Следовательно, у нас появляются две возможные позиции. Первое, мы должны обратиться к прагматическим или экстралингвистическим факторам, которые помогут определить это самое семантическое содержание. То есть понять, собственно говоря, какая же пропозиция была выражена. То есть Сью сегодня нету в этом месте в данный момент, или же Юрия нет в данный момент времени в данном месте. Соответственно, пока мы эту пропозицию не определим, мы не можем сказать, что мы наш семантический анализ провели успешно. И, соответственно, вот первый вариант. Мы должны обратиться к прагматическим факторам, которые помогут определить это семантическое содержание. И, насколько я понимаю, это, собственно говоря, вот краткая попытка резюмировать позицию Евгения Васильевича. Что, да, у нас два этапа. Сначала лингвистический, затем экстралингвистический. Ну и второй вариант, как раз-таки, который, наоборот, предполагала я, как я прочитывала всех Придели, Карацию и еще нескольких людей, о том, что мы все-таки должны модифицировать семантику для того, чтобы это стало возможным. Первый критерий, который, соответственно, Евгений Васильевич здесь упоминал, критерий разграничения семантики и прагматики, это критерий разграничения знания агентом языковых фактов, то есть вот этих самых значений языковых выражений, и знания агентом фактов вне языкового мира. То есть одно дело знать, что означает, вот опять же, слово «сейчас», и другое дело знать, что означает сама социальная практика оставления записок, там, прикрепление их на двери, оставление подписи и так далее. То есть это два разные вида фактов. Одни относятся к языку, другие относятся к миру. Второй критерий разграничения семантики и прагматики, который здесь возникал в нашей дискуссии, это критерий анализа значений языковых выражений вне контекста и анализа значений языковых выражений в контексте. Он так явно, насколько я помню, если я еще не забыла, не возник сегодня в обсуждении, но Евгений Васильевич про него писал как раз-таки в нашей панельной дискуссии о том, что семантика занимается изучением значений вне контекста, а прагматика уже, соответственно, изучением, как это происходит в контексте. Где-то у вас там даже была, по-моему, цитата. Соответственно, у меня возникает вопрос, как связаны и связаны ли же между собой эти два критерия. И, как мне все-таки кажется, эти критерии два различных критерия, и смешивать их друг с другом не стоит. Но кажется, что вроде бы один из другого все-таки следует. То есть если мы придерживаемся тезиса о том, что контекста в целом является внеязыковая среда, то есть вот этот наш самый экстралингвистический мир, и, соответственно, этим контекстом выступает все то, что помогает коммуникации совершиться успешным образом, чтобы состоялась успешная коммуникация с правильным определением референта. Соответственно, тогда действительно мы должны сказать, что коммуникации помогает совершиться экстралингвистические факторы, то есть мир, а не язык, и тогда анализом значений выражений в контексте действительно вроде как не должна заниматься семантика, потому что семантика вроде не про успешную коммуникацию, вроде бы.
Однако, как я понимаю, что такое понятие контекста, это вот то самое понятие контекста в широком смысле, которое по-английски вот обозначают они обычно wide context, в которых как раз-таки включаются все внеязыковые факты о мире. Тем не менее, у нас есть понятие контекста в русском смысле, которое, в общем-то, является у нас этим самым же семантическим понятием. И именно это понятие контекста Каплан использует. Связано это как раз-таки с тем, что контекст помогает определить референцию выражений, а одной из задач семантической теории является как раз-таки способность, то есть успешность семантической теории, мы будем определять, как ее способность помогать определять референцию выражений и, соответственно, условия истинности предложений, в которых эти референции, эти выражения встречаются. То есть не определив референты выражений языковых предложений, мы не можем определить условия, не можем определить истинное значение данного предложения. Поэтому я так полагаю, что все, что необходимо для определения референции выражений, должно включаться в семантику, раз задача семантики как раз-таки определять референции выражений. Подход, согласно которому семантика связана с анализом значений вне контекста, это вот как во втором критерии, который я сказала, мне кажется, он выглядит несколько ограничен. И, собственно говоря, когда Каплан строит свою семантику для индексикалов, он как раз-таки вводит, использует понятие контекста в узком смысле. И, собственно говоря, семантика уже с момента того, как Каплан предложил семантику для индексикалов, перестает определяться как анализ значения выражений вне контекста. Собственно говоря, Каплан и предлагает семантику для анализа выражений в контексте. Раз это семантика, значит, собственно говоря, семантика уже должна перестать рассматриваться как анализ значения выражений вне контекста. Для определения условий истинности предложения необходимо определить его семантическое содержание, то есть ту пропозицию, которая выражается в предложении. Это мы уже сегодня тоже обсуждали. Определение выражаемой пропозиции в предложении и входит в задачу семантики. То есть задача семантики не в том, чтобы определить значение выражений, а в том, чтобы определять ту самую пропозицию, которая выражается. То есть, когда у нас есть наш кейс с Юрием и с Ю, и у нас есть выражение «я сейчас не здесь», мы должны определить пропозицию. Мы должны понять, речь идет о том, что Сью говорит, что у нас находится в данный момент времени, не в данном месте, или же это Юрий говорит, что он находится в данный момент времени, не в данном месте. Соответственно, как определить, какая пропозиция выражается в предложениях с индексикалами без обращения к контексту? По всей видимости, никак. Потому что «я» может указывать на различные референты, «сейчас» может указывать на различные референты, здесь также. Значит, нам необходим контекст, который поможет определить референт и поможет определить, соответственно, пропозицию. Определение пропозиции – это и есть задача семантики. Соответственно, нам необходимо построить семантику, которая будет учитывать контекстную зависимость языковых выражений. Ну и, собственно говоря, эту семантику Каплан и предполагает. Ту же самую семантику и предполагают, собственно говоря, как мне кажется, опять же, и Придели, и Карац. То есть вот их идея мне видится в том, что раз мы хотим определить референты наших выражений, и мы хотим определить пропозиции, которые выражаются в этих предложениях, значит, все, что поможет нам это сделать, и будет уходить в семантику, а не, соответственно, разделяться на семантику и прагматику. Это вот этот самый базовый ответ, который я предлагала еще с Томска, но со временем в каком-то смысле у меня мысль пошла чуть дальше того, о чем мы говорили, и возник своего рода уточненный ответ, который я вот в дискуссии только как бы намеком указала, но, соответственно, хотела бы его продолжить. То есть я бы хотела уточнить свою позицию первоначально, по отношению которой, вот, соответственно, была мной высказана еще в Томске осенью, что на самом деле парадоксы демонстрируют не столько неадекватность капплановской семантики, или то, что, как сказал Евгений Васильевич, что это не вопрос о том, что Каплан ошибся, Каплан был неправ, сколько эти парадоксы были направлены на то, чтобы продемонстрировать семантическую недоопределенность индексикалов. И что, соответственно, имея в руках только вот этот самый узкий контекст семантический, мы не можем определить референцию индексикалов, и, соответственно, нам действительно нужен какой-то выход куда-то еще, и возникает следующий вопрос, как это все связано с языком и так далее. Даже зная характер индексикалов, то есть правила того, что означает «я», что означает «здесь», что означает «сейчас», мы не можем получить их содержание, и, как следствие, мы не можем определить пропозицию, которая выражается в предложении или высказывании.
Разграничение между предложением и высказыванием тоже может вводиться как разграничение между семантическим и прагматическим анализом. Соответственно, грубо говоря, семантика занимается изучением предложений, прагматика занимается изучением высказывания. То есть конкретным произнесением предложений, конкретными индивидами в конкретных ситуациях, в конкретных контекстах в широком смысле слова. И здесь, если мы продолжаем рассуждать таким образом, как я сейчас рассуждала, мы наталкиваемся на две основные позиции, которые существуют, по крайней мере, выделяются в последнее время в философии языка. Первая позиция называется буквализм, или по-другому можно еще ее переводить литерализм, калькой. В принципе, вот я остановилась на этом варианте. Истинное значение приписывается только предложениям. Соответственно, семантика изучает только предложения, и, соответственно, истинное значение тоже изучается в семантике. Контекст практически не влияет на определение референции выражений и, следовательно, не влияет на истинное значение предложений. Это вроде бы наиболее стандартная позиция, которая отсылает, опять же, к Фреге, Расселу и к основаниям вообще философии языка, если так можно сказать. Однако есть еще вторая позиция, которая возникла уже гораздо позже, которая носит название контекстуализма, согласно которой, с точки зрения контекстуалистов, не совсем корректно говорить о том, что только предложения могут иметь истинностные значения, и, соответственно, контекст не влияет на них. Истинностное значение должно приписываться самим высказыванием данных предложений, потому что истинностное значение приписывается тому, что выражает содержание, пропозицию. А пропозиция не может быть выражено, пока не будет произведено высказывание этой самой пропозиции или высказывание предложения, в котором эта пропозиция выражается. И этот спор между буквализмом и контекстуализмом, как мне кажется, он довольно интересный. И вот рассматривать вопрос о соотношении семантики и прагматики, как мне кажется, следует именно в контексте взаимоотношения, в контексте спора между буквализмом и контекстуализмом. Дальше я бы хотела поговорить про индексикализм, но, как я уже сказала, чтобы в качестве экономии времени, я, наверное, от индексикализма здесь откажусь и просто вернусь на предыдущий слайд, в котором как раз-таки есть указание на вот эти две позиции, между контекстуализмом и буквализмом. И, как мне кажется, не знаю, насколько, конечно, правильно или нет, но Евгений Васильевич ближе к позиции буквалистов, а я оказываюсь ближе к позиции контекстуалистов. Но сейчас, я надеюсь, в процессе обсуждения мы попробуем это выяснить и определить. Вот такой небольшой у меня ответ, базовый и уточненный. Вот на этом все. Про индексикализм как-нибудь в другой раз. Да, можно. Попробую сражать. Да, значит... Только эти задачи семантики определить референт и, соответственно, пропозицию. Ну, референт индексикала и пропозицию, выражаемое предложение. Но вот как-то, ну, с одной стороны, хочется сказать, ну, конечно, бесспорно, так оно и есть. Но есть другая сторона. Дело в том, что, например, гапоновская семантика действительно определяет референт индексикала любого для заданного контекста. Соответственно, каплановская семантика определяет выражаемую пропозицию для заданного контекста. Просто вне контекста как бы ни референта, ни пропозиции нет. Вот. Поэтому семантика каплановская и говорит, значение – это функция контекста, ну, референта или пропозиции. Вот. Но следующий вопрос – это выбор контекста в коммуникативной ситуации. Почему семантика должна заниматься этим? Я так и не буду. Итак, берем любой контекст, и семантика нам скажет, в этом контексте у слова «я» референт вот такой, у пропозиции «я сейчас голоден», то есть у предложения «я сейчас голоден», это предложение выражает пропозицию вот такую. Дайте семантике любой контекст, дайте Каплану любой контекст, он вам ответит, какого здесь будет референт любого индексикала и какую пропозицию выразит любой предложение. Но проблема ведь как раз-таки в том... Извините. Следующий вопрос. Вам в коммуникативной ситуации не любой контекст подходит. Какой-то подходит, какой-то нет. Почему? Потому что коммуникация бывает успешной или неуспешной, и вы хотите, чтобы коммуникация была успешной. То есть вы хотите выбрать такой контекст, чтобы понять правильно вашего собеседника.
Если он говорит «я голоден», а вы поймете его в контексте, где агент – это Пушкин, ну, коммуникация будет неуспешна. Так вот, успех коммуникации, выбор правильного контекста зависит от того, ну, каковы цели коммуникации. То есть выбор одних контекстов приводит к успеху коммуникации, выбор других приводит к неудаче коммуникации. И следующий вопрос. Успех коммуникации. Вы это считаете семантическим понятием? Если семантическим, то это очень смелое решение. А если это решение, а если это не семантическое понятие, по вашему мнению, ну тогда и понять, тогда и то, что вы называете семантическим релевантным контекстом, это тоже не семантическое понятие. Потому что семантическая релевантность зависит от того, что выбор какого контекста приводит к успеху. То есть релевантность – это попросту говоря то, что приводит к успеху. Мне кажется, что невозможно называть успешной коммуникацию, в которой у нас есть предложение со значением ложь. Нам необходимо правильно определить. Нам необходимо правильно определить референта. Я, например. А может быть, он лжет? Нет, я, наверное, некорректно выразилась. Опять же, вот этот Юрий и Сью. Если мы пытаемся определить референта «я» как «Сью», а мы, собственно говоря, в рамках каплановской семантики вынуждены определять его как «Сью», потому что она совершала высказывание. Да, давай. Вот у меня прям возражение, я прям не уверена. Я считаю, что вот этот пример, который я пыталась конструировать, модифицированный, он поясняет, что происходит. Вот если мы представим, что значит, высказывание выглядит так, действительно, в кавычках предложение «я сейчас не здесь», а дальше «эту записку написал Юрий». Кавычки закончились. Да, кавычки закончились. Они закончились, просто «я сейчас не здесь». Да, «я сейчас не здесь», кавычки закончились. «Эту записку написал Юрий». Значит, очевидно, что предложение «я сейчас не здесь», оно в этом смысле… Как это сказать? Это не прямое употребление языка. То есть Сью все равно, что на сцену вышла и представляет Юрия и говорит эту фразу. Я сейчас не здесь, за Юрия, не за себя. И в этом случае нет никаких оснований действительно считать, что местоимение «я» обозначает Сью. Нет, оно, как мы понимаем, что после контекста таким образом сконструирован, что местоимение в нем, в этом после контексте, должно обозначать Юрия. Значит, в примере оригинальном просто вот это вот второе предложение, эту записку написал Юрий, оно как бы выводится за рамки высказывания, потому что ну, записка размещается на двери, и Сью понимает, что сама дверь, она как бы говорит за нее, эту записку написал Юрий. Но контекст при этом остается косвенным. Мы не должны считать, что местоимение «я» должно по правилам обозначать Сью, потому что это не те правила, которые применяются в данном случае по определению. Вот так. Я поняла твою идею, наверное, но... По-моему, вот и Карация, и Придели бы возразили на то, что когда ты говоришь, что это косвенный контекст, ты фактически говоришь, что нужно различать контекст высказывания и контекст, соответственно, оценки. Вот. А это ровно и есть вот то, что им не нравится в Каплане. То, что, как Евгений Васильевич сказал, что вот Каплан был неправ, как начался. Как же означает? Ну, опять-таки, если со сцены человек говорит, ну, очевидно же, что он... произнося «я», имеет в виду не себя как актера, а персонажа. Иначе, ну то есть, если мы не будем это различать, то у нас посыпется вся смысловая составляющая подобной деятельности. Вот, да, мне кажется, что это как раз-таки есть вопрос о том, мы различаем и говорим, что второй контекст – это все-таки прагматический контекст, или же мы говорим, что он семантический, мы должны оставить различение этих двух контекстов в семантике. Карация и Придели, и, как мне кажется, что они это имели в виду, говорят, что мы должны оставить это в семантике. Евгений Васильевич говорит, что нет, это различение, оно должно уйти, поделиться на семантику и прагматику. Контекст, в котором совершается высказывание, остается в семантике, а тот, который помогает нам определить, кто конкретно это сделал, вот эти двери, вот эти, соответственно, там персонажи и прочее, это уходит в прагматику.
Я говорил, что функция от контекста к содержанию, от контекста к пропозиции – это семантика. А выборка контекста в коммуникативной ситуации – это практика. Мне кажется, это то же самое, просто другими словами. Множество контекстов. Контексты сами по себе не семантичны и не прагматичны. Я не предлагал делить контекст на семантические и прагматические. Я предлагал различить как бы два... Ну, различить две вещи. Функция от контекста к содержанию. Это функция, которая отвечает на вопрос. Вот. В таком контексте, каково содержание, во втором контексте, в третьем. Вот эту функцию я отношу к семантике, как ну, вслед за капом. А вот когда в коммуникации вы выбираете, в каком контексте вам прочитать записку, вот этот вопрос я отношу к практике. И, Ольга, извините, а вы не могли бы вот все-таки для ясности ответить на мой каверзный вопрос? Понятие успех коммуникации вы считаете семантическим или прагматическим? Хороший вопрос. Мне кажется, что если вы его не сочтете семантическим, то тогда все рухнет. Ваше да. понятие семантического элементного контекста рухнет. Да. Мне кажется, что оно должно быть семантическим, потому что то, с чего я начала, что если мы не можем определить пропозицию, которая выражается, о какой коммуникации вообще может идти речь? Семантика может определить пропозицию, может. Для любого контекста. Дайте контекст, она вам тут же определит пропозицию. Просто вопрос, какой контекст вы ей дадите, вот это не семантический вопрос. Семантика, вот она наготове. Она говорит, вы мне только дайте контекст, я вам, наверное, выдам и пропозицию, и референт. Все. Я понимаю, про что вы говорите, наверное, сейчас. Я подумаю насчет того, что... Но мне все-таки кажется, что, да, чтобы вот это вот все сохранить, нужно сделать так, чтобы успех коммуникации был семантическим понятием. И формально еще желательно его задать. А прагматике что-нибудь останется? Да, у меня был такой же вопрос, что я оставляю тогда вообще на роль прагматики. Мне кажется, максимально только как вообще люди это используют, ну, люди, агенты это используют, индивиды, выражения, любые языковые. Ну, вот, например, написать записку, это ведь использование языка, ну, для того, чтобы сообщить какую-то пропозицию. Да, но определение референта и, соответственно, пропозиции все остается на семантике. А что прагматики? Практически ничего. Ну, практически, а что все-таки тогда остается? Ольга, а зачем? Сам факт использования. Вот есть химия, она про молекулы, а есть египтология, она про египтян. А вы говорите, а давайте мы вот все, что про египтян, тоже будем называть химией. В принципе, можно, только зачем? Зачем вы предлагаете переименовать? Некоторые кстати вопросы, говоря, вот учебность вашего примера в том, что между египтологией и химией, да, а вот физики и химики, они там начнут вообще бодаться. То есть, кроме прямого и косвенного использования, есть же еще миллион разных способов. Ну, например, если я использую это выражение в качестве мантры. Я сейчас не здесь, я сейчас не здесь, меня интересует сама фонетическая оболочка. Меня не интересует смысл вообще, я ничего не имею в виду. То есть, это просто еще один способ использования, но совершенно очевидно, что семантике там делать нечего. И в этом случае я согласна с Евгением Васильевичем, что как бы есть семантические правила интерпретации, но они касаются только определенного способа использования, а именно прямого. Когда мы имеем дело с непрямыми способами использования, а понять, прямой или непрямой этот способ, нам помогает как раз знание прагматики. То есть, если мы понимаем, что способ непрямой, тогда ну, мы как-то или модифицируем свое представление о том, как надо применять правила, и вообще не применяем правила семантические. Применяем что-то другое, например, вот, наше представление о прагматическом значении фонетических оболочек слов. Что-нибудь такое.
Я поняла. Смотрите, я подумаю. Если мантра, чтобы отпугивать комаров, то если смысл действительно никакого отношения не имеет, тогда это не только к семантике не имеет отношения, но и к прагматике тоже. Потому что прагматика – это не одно как-то использование языка, а со смыслом. Вообще, по-детски можно так, у них все-таки иерархическое расположение. Вот обучаешь людей логике высказывания. Скажешь, ладно, синтаксис пропустим, давайте я семантику расскажу. Но это невозможно. Так в этом отношении совершенно, давайте я семантику пропустим, вот о прагматике языка я сейчас поговорю. Как бы в прагматике языка там есть особенности того, как мы приписываем значение. Семантика все равно общая характеристика семантики. А семантику можно рассказать без прагматики. И синтаксис можно рассказать без семантики. Ну, в смысле, это плохо, что мы да. только синтаксис рассказали, и все. Но, в принципе, на каком-то этапе это нормально. Это просто, Ольге, получается или почти получилось, что если мы семантику расскажем, то информатика, собственно говоря, почти вся закончилась. Нет, она не закончилась. Она, во-первых, не началась, ну, а во-вторых, она, ну, как бы... Ее просто нет, там начинается. То есть все исчерпывается, фактически все исчерпывается семантикой. Мне кажется, что-то остается на прагматику, но я пока не могу сформулировать, что. Чем меньше прагматики, тем лучше. Непрагматичный вы человек. По поводу этого развлечения, я уже давно с большой радостью использую слово «содержание», потому что оно позволяет закрыть собой оба поля. То есть, когда мы говорим о значении, мы имеем в виду семантику, и все. И то есть, в прагматику не залазим. А когда мы говорим о содержании, мы можем там уже варьировать. Где мы говорим? Мы говорим о синтетическом содержании, о практическом содержании, и о каком-нибудь еще другом. Да, но тогда ты просто замыливаешь эту проблему разграничения. Да. Давайте мы продолжим все это обсуждение, может быть, потом. Я бы хотела сейчас пригласить тогда Илью Андреевича, чтобы он как раз-таки чуть побольше поговорил про контекстуализм, семантическую недоопределенность всяких различных терминов и поставил вопросы в отношении семантики и прагматики немножко в другом ключе. Ты мне тут таблички показываешь, что? Да, конечно. И как бы минималист в данном случае, он будет сначала проводить квантификацию по всему миру, вообще по всему, потом он натолкнется на то, что что-то непонятно. Это довольно бессмысленное выражение, если квантифицировать вообще весь мир. И тогда он начинает ограничивать контекст для там, относительно лексикала меня, вот эти вот какие-то все и так далее. Сейчас попробуем починить. Да, заработал. Вот. Что делает контекстуализм? Контекстуалист поступает в упрощенном виде наоборот. Он всегда ограничивает какой-то домен относительно какого-то контекста. То есть для него фраза, сказанная «я сейчас», опять я сейчас не здесь, об этом знали все, кроме меня, она уже автоматически сразу включается в какой-то контекст, то есть как будто бы контекстуалист сперва ищет контекст подходящий или множество подходящих контекстов, и только потом начинает квантифицировать, искать значения и так далее. То есть в этом случае для контекстуалиста ведь на самом деле получается, что не только высказывания с индексикалами завязаны на контекстах, хотя в основном обсуждаются индексикалы, потому что это, ну, самое интересное. Вот. Теперь я бы на самом деле хотел больше поговорить про темпоральные индексикалы. Это их по-разному называют. Индексикалы о времени, индексикалы, там, пытающиеся выразить какие-то временные контексты. Я их назвал темпоральные просто потому, что они будут созвучны с одной концепцией, которую буду сегодня использовать как пример. Ну, примеры таких индексикалов, ну, вот это вот сейчас, вчера, ну, здесь я отдельно примеры выписал завтра, через год, это тоже не просто так, потому что они о будущем, а будущее – это
Самая тоже такая интересная история здесь. Ну и вопрос какой? У меня лично возник, и вот тот вопрос, на который я хотел бы найти вместе с вами ответ. То есть сводимы ли семантические, прагматические, да какие угодно аспекты использования индексикалов о времени, вот этих тех самых темпоральных, к любым другим? То есть, условно говоря, для семантики и прагматики-то, строго говоря, вообще есть какая-то принципиальная разница? Я или сейчас? Или там он, или завтра. То есть вот какая-то такая особая специфика здесь есть или нет? Ну вот, и туда же, собственно говоря, прямая связь с этим. Для минимализма и контекстуализма какая-то разница вообще возникает? Условно говоря, имеет ли значение, вот так вот тоже условно, когда квантифицировать? Ну, здесь на самом деле все просто, то есть если они сводимы, специфики нет, то можно расходиться, то есть никаких отдельных историй мы здесь не рассматриваем, поэтому я заранее, ну так можно сказать, методом от противного принимаю противоположную точку зрения, что давайте посмотрим, если вдруг не сводимы. Если хотя бы какие-то не сводимы, значит уже какая-то специфика есть. Ну и вот как раз почему я выбрал про будущее. Поизучав литературу про индексикалы, связанные со временем, я обнаружил, что наибольшее количество проблем вызывают индексикалы именно о будущем. То есть завтра, через неделю, ну и так далее. Именно в темпоралистской интерпретации, что это такое, сейчас попробую раскрыть. То есть темпорализм в наивном представлении пытается выразить, ухватить вот следующий смысл. То есть простая зависимость от контекста выглядит следующим образом. Вот здесь у меня ошибка, я должен был написать «Джон сейчас сидит». Написал просто «Джон сидит». Ну, простите, мне готовил презентацию несколько в спешке. Так вот, простая зависимость от контекста выглядит как: предложение «Джон сейчас сидит» может быть истинным, если произнесено, когда Джон сидит, и ложно, когда он, например, встал и куда-то пошел. Вроде того. Темпорализм пытается ухватить какой-то более чуть ли не мистический смысл, что предложение «Джон сидит» выражает что-то истинное, что когда-то было ложным. Ну или, например, предложение «Джон сидит» может выражать что-то ложное, что когда-то было или будет истинным. То есть здесь какая-то более глобальная интерпретация ими предлагается. Что имеется в виду вот в сильной версии интемпорализма? Ну, это уже заход в модальную метафизику. Сидящий Джон становится ничем, если он перестает сидеть. Потому что сидящий Джон не есть стоящий Джон. В общем, темпорализм в этом плане очень серьезные смыслы пытается выражать именно в рамках семантики. Зачем они вообще это делают? Потому что выглядит как излишнее усложнение на ровном месте. Ну вот давайте рассмотрим знаменитый пример с морским сражением. Заранее важно оговориться, мы допускаем, что мир не детерминистичен, потому что если мир детерминистичен, не то чтобы все ломается, но тогда вопрос с морским сражением сводится не к тому, что непонятно, как бы будет оно или нет в онтологическом или в мировом смысле, а просто то, что мы еще недостаточно знаем законов мира, не можем это предсказать. То есть происхождение морского сражения не детерминировано, условно говоря, завтрашнего. Ну вот высказывание, предложение, выражающее пропозицию, что завтра случится морское сражение. И дополнительное условие, что в пятницу оно действительно произошло, а в четверг морских сражений не было. Ну и, соответственно, интуитивно кажется, что высказывание про морское сражение не истинно и не ложно в четверг, потому что мы еще не поняли, в соответствии с тем, что мир у нас не детерминистичен, то есть мы в мире еще не предопределено, случится это или нет на самом деле. То есть если это говорится в четверг, то вроде как этому нельзя присвоить истинностное значение еще. А в тот момент, когда мы узнали, что сражение случается в пятницу, то есть мы оказались в пятнице, предложение это становится истинным. То есть мы можем определить истинность этого предложения по отношению к пятнице, но когда мы это делаем, мы интерпретируем индексикал завтра относительно четверга. Потому что если мы будем продолжать интерпретировать это выражение относительно пятницы, тогда мы будем говорить «завтра случится морское сражение относительно пятницы». И мы снова не будем знать о том, случится это морское сражение или нет, потому что про субботу мы еще ничего не знаем. То есть вот такой вот какой-то некоторый цикл получается. То есть если обобщать, мы можем определить истинность предложения
Вот, да, это повторение вышло, да. То есть у нас получается здесь разделение на два контекста, о которых сегодня уже было сказано, то есть время контекста высказывания, в данном случае это четверг, важно для определения семантического значения индексикала. То есть мы, как вот Евгений Васильевич говорил, насчет того, что дайте семантике контексты, и она, значит, разберется. Вот, вот контекст в четверг, например, там в 17.00 говорится, завтра случится морское сражение. Семантика с этим справляется. COU, вот это вот COU, это Context of Utterance, просто сокращение. То есть высказывание здесь имеется в виду, что это в прямом смысле как будто бы было высказано именно вот в четверг. Но у нас еще возникает контекст оценивания, который случается в пятницу, ну, в отношении этого высказывания. И он оказывается нам важен для оценки истинностного значения всего высказывания. То есть получается довольно забавная ситуация. Вроде бы, ну, в такой традиционной интерпретации, истинностное значение и семантическое значение – это очень близкие вещи, а ну и чуть ли не одно и то же. Ну, если упрощать, понятное дело, там много нюансов. А здесь получается, что они оказываются разорваны на два вот этих самых контекста. Под контекстами здесь понимаются именно, ну, по сути, дни, моменты времени. То есть, может быть, здесь было уместнее именно моментами времени определенного назвать. Момент высказывания, точка высказывания и точка оценки. Они принципиально отличаются в рамках данного примера. Ну и таким образом у нас получается, что для темпоральных индексикалов о будущем COU не равно COA. Причем, ну, вот таких вот типа, как это, про завтра, вроде как для всех. Я все, естественно, не рассматривал, но выглядит так, что для всех так должно быть. Но, может быть, есть исключения. Про семантику и прагматику, собственно. У нас получается, что предложения, которые сообщают о контингентных будущих событиях, имеют истинностное значение во время высказывания, имеют семантическое значение во время высказывания и приобретают истинностное значение в будущем, которое описывается вот этим самым предложением. Здесь ошибка на слайде, прошу прощения. То есть. Как раз речь о том, что в пятницу приобретаются и приобретается истинностное значение, а не в четверг. Вот, вопрос, приобретают они свое значение только ли в будущем? И даже самые радикальные темпоралисты, к таковым можно отнести Макфарлейна, он говорит, что все-таки не полностью, потому что тогда получается, что вот этот самый разрыв получается между семантическими значениями и истинностными значениями, что как бы достаточно радикально. Возвращаясь к семантике и прагматике, получается, что мы как бы для двух вот этих самых разных моментов должны дважды поднять вопрос о соотношении семантики и прагматики. Потому что да, для сегодняшнего дня, для завтра случится морское сражение, в общем-то, стандартный такой подход, он работает. То есть мы можем найти удобный нам контекст и все прочее, но это не поможет нам найти истинностное значение, которое вроде как должно быть связано с семантическим значением. В будущем, в итоге, у нас появляется истинностное значение, но и семантическое значение, видимо, тоже с ним должно что-то происходить. То есть вот это вот разделение, оно с ним многие не соглашаются, собственно, оно такое достаточно девиантное, собственно, Макфарлейн чуть ли не единственный из всех, кто придерживается, скажем так, продолжительное время такой точки зрения, вот, но она вот существует. Ну и отдельно упоминается здесь и самим Макфарлейном тоже, что время, вот, например, в семантике, как оно используется, но само использование времени как параметр, то есть вот то, что время, место и так далее, оно еще вот не обязательно выводит именно эту специфику про то, что завтрашнее морское сражение выделяет вот эти два разных случая. Ну и у меня есть небольшая гипотеза, почему так. Это гипотеза о метафизике. То есть, возможно, совершенно не обязательно с этим соглашаться, но, возможно, темпоральные индексикалы, а в будущем, во всяком случае, так себя ведут и требуют особого рассмотрения, потому что вот эта темпоральность, она включает в себя некую особую метафизику. И здесь можно разные привести, я только несколько упомяну. Ну, самое простое, самое известное, опять же, из модальной метафизики, будущее более онтологически неопределенно, чем настоящее. То есть у нас есть возможность сформулировать как будто бы больше утверждений о настоящем, чем о будущем, таких, которые имели бы полный набор нужных всем значений.
Дальше сюда же. Будет ли я из фразы «я завтра буду здесь»? Будет ли для «я» из фразы «я завтра буду здесь» верно, что «я в сегодня» и «я завтра» – это одно и то же «я»? То есть вот это «я», оно как бы всегда зависит от контекста. Но ведь «я сегодня» и «я завтра» – это уже, возможно, ведь разные люди. Ну, мы же каждый день, можно сказать, меняемся хоть в каком-то смысле. То есть критерий тождественности для объекта личность возникает. То есть вот эта вот самая метафизичность, завязанная на времени, она создает проблемы. Ну и вот тоже, опять же, к Макфарлану отошлю вас. Будущее более открыто, не знаю, насколько корректно перевел Open Future, чем настоящее. Здесь имеется в виду эпистемический контекст, то есть мы банально о настоящем знаем намного, ну, предполагается, можем во всяком случае знать намного больше, чем о будущем. А будущее еще вдобавок, если мы не детерминисты, оно еще и не определено, то есть мы о нем в принципе, хотя бы частично, то есть мы о нем в принципе знать не можем. То есть, если что, вот этот контекст, вот этот пример с открытым будущим, он в частности предполагает отказ от закона исключенного третьего в отношении оценки будущих событий. То есть там вот как бы такие ослабления вводятся именно для будущего. То есть для настоящего у нас закон исключенного третьего вроде как должен действовать, а для будущего вроде как нам намного проще согласиться, что он там не действует. Не уверен, что это так, но вот такая позиция существует. Ну и выводы. Значит, во-первых, если верно, что предложение с темпоральными индексикалами получает свои значения не только на основе контекста высказывания, но и на основе контекста оценки, то необходимо дважды ответить на вопрос, где проходит граница между семантикой и прагматикой. То есть получается, что простой подход, где ну, по сути, один раз происходит присваивание этих значений, он не будет работать. Дальше. Контекст высказывания. Вопрос о контексте высказывания сводится к вопросу о семантике любых индексикалов. То есть я сейчас здесь, я здесь и так далее. То есть или там я делаю доклад, и я сейчас делаю доклад. В общем-то, примерно одно и то же. А вот я завтра буду делать доклад. Надеюсь, что не буду, во всяком случае, но это как бы уже более неопределенная история. Ну и в контексте оценки, в ответ на вопрос о семантике и прагматике оказывается, если верна гипотеза о метафизических затруднениях темпоральных всяких этих историй, она оказывается зависящей от интерпретации будущего объектов и будущих событий. Вот это future contingence, знаменитая предметная область знания. Ну и в завершение последний такой тезис-вывод, он, скажем так, в каком-то смысле примиряющий, то есть даже если неверно все, что я сказал выше, темпоралисты в любом случае оказываются, или даже если все верно, что я сказал выше, в данном случае не имеет значения, темпоралисты в любом случае оказываются контекстуалистами, вот теми самыми, о которых говорила Ольга, которых я вот упомянул, что у них все высказывания оказываются завязаны на контексте, то есть в итоге все вот эти проблемы, весь тот ворох проблем, который возникает у контекстуалистов в отношении семантики, прагматики, и которые, вот, собственно говоря, обсуждаются здесь с самого начала круглого стола, он равным образом возникает и для темпоралистов тоже. А вот минималистам в этом плане проще, казалось бы, то есть у них этих проблем не возникает, но у них тогда, видимо, какие-то совсем другие ходы должны быть в отношении индексикалов темпоральных, связанных с временем. Время, собственно, спасибо за внимание. Вот. Готов услышать ваши вопросы. Пожалуйста. У меня сразу возникает вопрос. Мне слишком маргинальным кажется темпорализм. Будет истинным, звучит нисколько не лучше, чем было истинным. Было истинным, что планет Солнечной системы сильна. Будет истинным, это также будет одинаково. Что будет истина, что было истина. И вообще-то истинность действует как-то классическим образом, с логической семантикой, вероятно, выполнимости пропозиционной функции. Да, я вас понял. Тут смотрите, какая действительно радикальная история, но она, опять же, имеет свое отношение, свои корни в модальной метафизике. Если так, даже не относясь к семантике, общий тезис темпорализма постараться выразить, он звучит примерно так. Для всех контингентных событий они либо были, либо есть, либо будут.
Ну, то есть вот это действительно радикальная такая история, и при этом они еще регулярно меняют свой статус, то есть они из наличествующих актуально переходят в неналичествующие актуально. Темпоралисты разные были, разные, то есть совсем радикальных, таких, чтобы вот реально в это верили, условно говоря, я не припомню, но различные формы темпоральности фиксировали Прайер, Каплан как раз, вводя параметры времени, так или иначе, связи здесь говорить. То есть в любом случае я специально выбрал наиболее радикальный такой вариант, но это еще не самый радикальный, он очень такой достаточно сильный для того, чтобы, ну вот, если условно говоря, вот весь арсенал, что можно предложить. Если оно не работает, значит темпоральные индексикалы полностью сводимы к обычным и никакой специфики здесь нет. Ну, мне кажется, это случайный факт естественного языка, что будет истинно, звучит приемлемо, что мы можем это подхватить. А давайте переформулируем, будет выполнение. Давайте. И как это понимать? Не знаю. Нет, честно, не знаю, потому что здесь темпоралисты, они не столько говорят о том, что будет истина обязательно, вот, это тоже, опять же, такая радикальная история. То есть для них скорее именно дело в том, что факты, события, а иногда и объекты переходят из того, что есть, в то, что нет, в зависимости от их положения во времени. Вот, то есть фактически... Опять же, вот возвращаясь к тому, что было на слайде, сидящий Джон не просто встал, он реально стал ничем. То есть сидящего Джона больше нет. Они это в рамках, опять же, модальной метафизики формулируют именно как в теории, поэтому ну, так очень сложно прокомментировать это. Сидящего не жалко. Это случайно было, я не подумал просто. Есть математический объект, есть числа, функции, множество. А с ними немножко другая история. Они как раз, то, что я сказал специально про контингентные вещи, то есть те, которые в пространстве и времени, абстрактности, они не то чтобы совсем убирают из своего рассмотрения, но это как бы не совсем про них. Это больше вот про такие конкретные сущности, которые становятся неконкретными за счет в рамках темпорализма, в рамках вот момента времени. И вот этот смысл метафизически пытается ухватить семантический темпорализм. Но это не знаю, сколько у них получается вот про разделение этих двух контекстов, контекста употребления, контекста оценки, по ролям именно. Контингентность это было, есть и... Контингентность имеется в виду, что... Контингентный объект. По воле случая. То есть он может быть, может не быть. Чему это означает? Было, есть и может быть. А это к универсальной формуле темпорализма. То есть они про объекты. Вот, например, контингентный агент, сидящий Джон. Вот. Он мог быть, может будет. Вот. И причем он для них как бы сейчас в каком-то смысле есть, но ничто. Ну, это вот такие вот метафизические загибы. Простой вопрос на понимание. Правильно я понимаю, что проблем с пониманием таких фраз, включающихся в указательное время, не возникает прежде всего потому, что мы чаще всего находимся в прямой, довольно близкой коммуникации, и что когда я слышу твое суждение с таким указанием на время, мой контекст оценки совпадает с твоим контекстом выражения. И за счет этого у нас не возникает серьезной коммуникации. Нет, здесь немножко другая фишка, потому что, например, я вот тебе говорю, завтра там случится, не знаю, кофе-брейк у нас на конференции. На самом деле мы этого еще не знаем, потому что контекст оценки будет завтра. Вот. А контекст выражения, он сейчас. То есть, получается, вроде ты меня полностью понял во всем, кроме того, что мы не знаем, правда это или нет. И, по идее, не можем знать. Окей, а в таком, если это действительно так, что контекст оценки наступит завтра для этого выражения, то как возможно контекст оценки до прошлого? А вот это отдельный вопрос, как раз специально я ограничился именно будущим. То есть, вроде кажется, что проще. Вот, например, Наполеон, там, французский император. И вроде бы кажется, что контекст высказывания здесь должен совпадать с контекстом оценки, потому что это исторический факт.
но вроде бы как ведь это отсылает к реально каким-то прошлым событиям. То есть здесь я отдельно этого момента вообще еще не касался, специально ограничиваясь именно будущим. То есть здесь, как мне кажется, здесь совершенно другие проблемы возникают, связанные с, условно говоря, в будущем-то мы окажемся, вот в прошлом уже никогда. И, ну ладно, в будущем мы тоже не окажемся, оно станет настоящим. Но, условно говоря, прошлое было, и тут вопрос во многом там доверия, то есть тому, что происходило. Точнее, доверие историков, например, в отношении исторических событий. Вот доверяешь, вот ты, например, что Наполеон французский император, а вдруг он рептилоид на самом деле был, не было никакого императора такого. Тут вот как бы такие, вот такие вопросы начинают возникать. Но они тоже прогнозируются. Да. Ну что, до конца меня доходит мысль по поводу Джона сидящего, Джона не сидящего. То есть, когда ты говоришь, что он превращается в Джон сидящего, не что, как только он стоит. То есть, хотя, что они не равны. То есть, имеется в виду, что вот эти два объекта, это как два разных объекта. Нет, про... Потом это Джоном в разных мирах, возможно, или как? Сейчас, про неравны у меня немножко в другой части было. Здесь я пытался на самом деле просто в наивном виде максимально выразить вот то, что темпорализм пытается ухватить какое содержание. То есть если мы говорим вот про простую зависимость от контекста, ну, сегодня Джон сидит, высказывание, сегодня сказанное, что Джон сидит, истинное, соответственно. Если Джон сегодня встанет, то высказывание, что Джон сидит, сегодня станет ложным. А темпоралисты как будто пытаются, ну так, утрируя, создать базу данных для всех фактов относительно времени. И для них как бы задолго до того, как кто-то сказал, что Джон сидит сейчас, для них это высказывание уже было ложным. Вот. И таким образом, несмотря на то, что, ну, пропозиция в данном случае, так, и эта пропозиция, будучи ложной, описывает несуществующий пока объект, вот, сидящего Джона, то есть такой X, который сидит там и так далее. Вот. То есть в данном случае темпоралисты, ну, вот пытаются захватить этот лишний метафизический смысл, о котором я как раз потом и начал говорить, где возникают здесь, в общем-то, вообще, строго говоря, не семантические проблемы сами по себе. Но вот интересен вопрос, а должна ли семантика с прагматикой как-то эти контексты улавливать. Условно говоря, вот, например, кто-то, ну, вот, предположим, я отрицаю темпорализм. И не считаю, что вот это все вообще имеет какой-то смысл. Я общаюсь с темпоралистом, и я ему делаю высказывание про завтрашний день, соответственно, про там, завтра будет морское сражение и так далее. Я ему говорю, ну, подожди, вот давай там, значит, построим какую-то модель вероятности. Ну, короче, выберем из самых разных возможных подсчетов, каково это. А для него как бы просто у этого события еще нет истинностного значения. Вот то самое открытое будущее и так далее. И он даже слушать меня не станет. И вроде бы как в данном случае он каким-то прагматическим образом выбрал себе темпоралистские контексты и отказывается принимать другие. Или здесь семантика тоже участвует. Вот такой вопрос возникает. Почему не прикрутить просто что-то сверху? То есть, ну, скажем, ладно, мы интерпретируем предложение на конкретных временных каких-то там точках, интервалах. Но когда мы хотим понять, что нам говорит человек, который не является темпоралистом, мы можем просто предположить, что у него есть какая-то функция, значит, с помощью которой он различные темпоральные контексты связывает между собой каким-то известным ему образом. Вот типа мировых линий, которыми значит, связываются объекты в различных возможных мирах. Человек, черт его знает, как он их там идентифицирует. Но как-то идентифицирует и ладно. Это хороший ход. Вот мне, правда, особо нечего прокомментировать, что это действительно хороший ход. Я такого не встречал. То есть сами прорисовки мировых линий я встречал, а вот конкретно так, чтобы именно вот этот вопрос снимать, какого не надо подумать.
как это будет работать. Ну что? А, пожалуйста. Вы сказали, что, что интуитивно, в общем, ваша интуиция говорит, что в четверг утверждение о том, что в пятницу будет русское сражение, ну, скажем так, не предложение, а пропозиция, что в пятницу будет русское сражение, пока еще не имеет истинного значения. Mm-hmm. Вот, во-первых, просто как бы хочу констатировать факт, что наши с вами интуиции здесь разошлись. Моя интуиция говорит, что если в пятницу сражение будет, то утверждение о том, что оно в пятницу будет, конечно же, истинно. Но это ладно. Значит, более серьезное здесь как бы такой вопрос состоит в следующем. Мне кажется, что Владимир Дмитриевич где-то в этом же направлении спрашивал. Значит, получается, что вы истинное значение релятивизируете как именно, то есть истинность... Да. То есть, да, ко времени, к моментам времени вы имеете в виду, да? Ну, как бы вы не понимали временно, как момент или период, не знаю. Но это зависит от того, как вы в семантике определите времена. В общем... В любом случае, речь идет о релятивизации к times, времена. Да? Да, то есть, давайте по-первому, про интуитивно. Я это списал у Макфарлана, собственно говоря, они почему-то это используют, ну, не как аргумент, а скорее вот то, что... То есть, если мы принимаем, что мир не детерминистичен, то есть, если что мы действительно не предопределено с точки зрения законов Вселенной, еще будет сражение или нет, то интуитивно вроде бы как им очевидно. У меня вот тоже вопрос. Ссылки на интуитивность в данном случае... Чаще всего вызывают вопросы, вот примерно как у меня. У меня скорее интуиция, что завтра морского сражения не будет, завтра кофе-брейк будет, а завтра моего доклада не будет. У меня особо проблем с этими, как бы, с этой оценкой этих всех утверждений не возникает. Ну, оно вот здесь возникает. А насчет релятивизации к моменту времени, да, то есть, собственно говоря, в конечном итоге такой подход Макфарлана и начали называть релятивизмом. И вроде как даже есть попытки это сделать не только с временами, но, как я понял, там не очень хорошо уже работает. Тут-то как бы вопросы возникают. Ну да, это релятивизация к моменту времени. Лукасевич не ссылается. Просто у Лукасевича, по-моему, нет. Есть совершенно... Лукасевич предложил определенное решение проблемы будущих этих контингентных событий, в частности, морского сражения. И как раз Лукасевич предложил трехзначную логику для этой цели, как бы, чтобы оценивать нынешние утверждения о будущих контингентных событиях как неистинные и недолжные. Да. Но мне кажется, убедительной как бы идея фон Фрихта, согласно фон Фрихт в одной статье довольно подробно это разбирается, в том числе решение Лукасевича комментирует. Мне кажется, убедительное решение фон Фрихта, которое состоит в том, что нужно просто различать два значения слова «истина». Во-первых, просто истина, а во-вторых, как бы истина, которую можно обосновать. Вот. То есть, эту последнюю он называет темпоральной модальностью, как бы. В общем, просто истину он ко времени не релятивизирует, а темпоральную модальность. Интуитивный ее смысл состоит в том, что уже сейчас понятно, что морское сражение тут. Вот. А уже сейчас понятно, что. Так вот, значит, если бы, как бы сказать, если бы было уже сейчас понятно, или достоверно, что морское сражение будет, то это перевело бы к детерминизму. А если мы просто допускаем, что сейчас уже истина, что морское сражение будет, но пока еще это не достоверно, то это к детерминизму не приводит. То есть истинность, если мы истинность не реактивизируем ко времени, то она к детерминизму не приводит. Угу. Да, это интересно. Да, и Лукасевича я тоже вспоминал, пока готовился как раз к этому докладу. Но, честно сказать, у меня не хватило времени, вот, чтобы все это изучить, и Лукасевича. Потому что там оснований-то много. Там и Прайер здесь же с его идеей. Поэтому это, да, безусловно, надо посмотреть для того, чтобы
Ну, вот это разделение с истинами, оно действительно многие вопросы для здравого смысла, как минимум, может снять в рамках данной концепции. Какими разговоры не сильно относятся? Ну, Кукасевич, когда трехзначную логику предлагал для решения, мне кажется, довольно косое решение. Он явно был под, в кавычках, очарованием семантики публичных. Он ввел дополнительное значение. Но есть более тонкий сейчас как бы ход, который связан с неклассическими логиками, с провалами значения. Провал значения, третьего значения надо, конечно, закончить. Они могут там интуитивно быть сопряжены и так далее, но более тонкие. То есть тогда, когда значение семантически не распределяется на весь класс высказываний. Есть высказывания, которые не получают значение, не получили пока значение. Это вот более тонкий, мне кажется, подход, такое решение может быть. Спасибо за... Нет, я на самом деле, у меня в планах, что называется, было. Вот. Но я вам как раз жаловался, что я немножко не успел на Лукасевича посмотреть. Вот. Есть еще вопросы, коллеги? Ну, наверное, всем спасибо тогда. У нас сейчас обсуждение массовое, да, идет, выступление, есть, со, свободное выступление с репликами. Да. Если у кого-то есть желание какие-то реплики, особенно предложить какой-нибудь ряд удобного, хорошего критерия для разграничения семантики и прагматики нетрадиционного, то мы были бы рады послушать. Есть ли у кого-то желание? Предложу то, что как сегодня прозвучало. Можно, все можно. Просто мы получали термин семантическая прагматика, да, то есть вот, допустим, ну, это введение способ языка Лакана, то есть ссылается на различие между семантической прагматикой и прагматической прагматикой. Соответственно, все вот эти вещи, которые мы сегодня обсуждали, они относятся к семантической прагматике. И вот это как раз уже сам термин, то есть она определяется здесь как, собственно, когда пропорциональное содержание предложения варьируется от контекста к контексту. А прагматическая прагматика – это когда мы зафиксировали пропозициональное содержание предложения, но тем не менее все равно, значит, из-за прагматических факторов, да, там, или, там, например, на сцене выступает и говорит, я там провинциальский и так далее, вот другие получаются эти значения. То есть вот, ну, может быть, вот просто как добавление к этой дискуссии, не содержательно, конечно, но вот именно терминологически такой вот термин, до дальнейшего обсуждения различия между семантической прагматикой и прагматической прагматикой. Да, спасибо большое, это очень интересный комментарий. Скажите, пожалуйста, еще раз, кто его предложил, чье это идея? Ну, я его нашел вот в Introduction to Philosophy Language под автором, а он ссылается здесь на Cresswell, 1973 год. Я не знаю, я просто... Здесь, просто вот то, что сейчас мне пришло в голову, пока я слушал вас. Все, спасибо, это я посмотрю. Будет интересно. Есть ли еще у кого-то какие-то реплики? Мне кажется, есть классическое такое разграничение между семантическим референтом и коммуникативным или прагматическим референтом. У Крипке он приводит там примеры Донована и Линского. Линский, точнее, о том, что можно сказать, что человек с бокалом шампанским счастлив, да, но на самом деле у него в бокале только вода. Вот. И понятно, что семантический референт отсылает именно к человеку с шампанским, да, а прагматический референт он отсылает, собственно говоря, к человеку с бокале с водой. Вот. Но в таком случае как бы достаточно очевидно, если речь идет об именах или дескрипциях, то есть о жестких и нежестких дезигнаторах, все понятно, в принципе. Вот. Но я немножко не понимаю, что делать с индексалами, в смысле я это как бы
имеет, ну вот можно ли заменить это на какую-то дескрипцию, да, и тогда как бы так отстать к референту, да, например, я, Георгий Черкасов, например, там студент или там исследователь и так далее, вот, и тогда так задать референт. То есть как, тут вопрос о том, как задается референт вот этого «я», да, и что это имя, это дескрипция и так далее, и так далее. И еще у меня было странное такое немножко ощущение, я не знаю, может быть, я не прав, но вот эти проблемы, я сейчас здесь, да, и подразумевается внутри контекста, что такие фразы, они всегда истины, да, у меня такое ощущение, что вот эта вот ссылка на самого себя в суждении, она очень похожа на вот всякие вариации парадокса лжеца, вот, и, собственно говоря, ну, было несколько решений таких суперстандартных, типа решения Оккама, согласно которому, ну, например, суждение, это суждение ложно, написанное на доске, не имеет смысла, поскольку оно ссылается на самого себя, да, и то есть тут можно поставить вопрос об осмысленности суждений, я сейчас здесь, или, например, меня нет дома, когда эта записка, да, вот об осмысленности таких суждений. Ну и решение Павла Венецианского с этой самопротиворечивостью, поскольку, ну вот дефляционная теория истины, типа каждому суждению можно приписать истина, например, Москва – столица России, и Москва – столица России – истина – это эквивалентное суждение, и таким образом, если мы будем специально рассматривать, что я сейчас здесь всегда истина, и тут может возникнуть какая-то самопротиворечивость. Ну, короче говоря, у меня вот семантический вопрос связался с парадоксом лжеца. Угу. Я поняла ваш комментарий. Да, не знаю, я как-то не думала насчет самореферентности и в проблеме самореферентности в ситуации, когда я сейчас здесь. Может быть, что-то интересное в этом на самом деле можно найти. Я, по крайней мере, честно скажу, в текстах не встречала по этому поводу. Связано ли это действительно с этой самой самореферентностью, которая есть в парадоксах лжеца и в парадоксе, соответственно, с этим предложением. Я помню, по крайней мере, что у Прайера это было, не помню точно, было это Прайер или нет. Я помню, что Илья рассказывал, как-то делал доклад про это. Вот. Про Каплан. Там, про то, что на доске пишет. Да. Что Каплан пишет на доске, а я сейчас здесь, вот это вот. Да, 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 да. Я почему-то помню, там был Прайер. Прайер вывел формулу, вроде бы, на исчислении фрегианском. И не, ну, как бы, а Каплан под нее подобрал интерпретацию, которая выглядит как парадокс вот такого семантического вида. Вроде так было. Но это как бы было лет 5 назад. Нашла, что спрашивать. Да, конечно. У меня достаточно сырая идея. Может быть, она работает. Мне кажется, любой контекст можно приводить в тип контекста, любую прагматику приводить в некоторую семантику. Как мы будем это делать? Ну, как с котом Шрёдингера. Вместо того, чтобы описывать, где он гуляет, в мегамире, в микромире или еще где-то, задавать какие-то разные контексты, зададим просто специальный язык, специальную логику, квантовую логику, и нам не нужна никакая прагматика для того, чтобы описывать приключения кота Шрёдингера в микромире. Ну, сложно ответить, хорошее это решение или нет, потому что я не знаю квантовую логику, и, собственно говоря, я квантовую физику. Да, значит, во-первых, про эту самую авторитетность. Мне кажется, что индексиком я не является самореферентом, но просто потому, что самореферентность – это когда какое-то языковое выражение отсылает себе самому, то есть когда референтом языкового выражения является само языковое выражение. На индексе «К» я слово «я» никогда не отсылает слово «к», оно отсылает к «люди». Вот поэтому здесь автореферентности нет. Вот. Ну, как бы мы могли бы это самое… Я, это не я на доске написать, там я, ну, как бы, да, это не я. Это все предложение. И
писаться, я такой хочу писать, а ты не я. Парадокс не порождает, но в такой референции садить, да? Просто можно сам парадокс сформулировать. Парадокс лжеца, парадоксальное утверждение можно сформулировать, если позволить языковым выражениям и использовать слово «я». Тогда мы просто возьмем суждение, которое, ну, или предложение, которое выглядит так. «Я убуду», «Я являюсь ложью». Вот. Но пока мы... Человек, который был предложением. Да, пока в русском языке как бы слово «я» могут использовать только агент. Там, значит, языковые выражения не могут. Вот поэтому автореферентности как, и я здесь не вижу. Вот. И я хотел еще одно такое примечание сделать. Надо, в общем, поставить вопрос только вам. Значит, если вы хотите так расширить семантику, так что у вас, ну, возникает предположение или утверждение, или предположение, как минимум, что понятие коммуникативного успеха может быть семантическим, да? Тогда мне было бы любопытно посмотреть, как могла бы выглядеть формальная семантика в вашем исполнении. Ну, вот, например, Каплановская семантика – это ведь совершенно формальная семантика, да? То есть прямо-таки вот определил вокабуляр языка, определил синтез языка, в котором есть индексикальные выражения, да, и потом построил модели и, значит, в общем, показал, как в данной модели, в данном контексте данное предложение выражает другую позицию. Вот, значит, но ни здесь, ни в какой-либо другой формальной семантической системе таких вещей, как ситуация коммуникации или коммуникативный успех, ну, просто нет. Вот, если вы хотите реализовать ваш проект, то, мне кажется, вам надо подумать, как можно было бы включить такие вещи, как коммуникация, коммуникативный успех и коммуникативный релевантный контекст формальную семантику. Угу. Да, я согласна. Это для меня совсем не очевидно. Да, для меня это тоже совершенно не очевидно. Я еще помню тоже так небольшой заход в наше обсуждение потом уже, после того, как мы возвращались из Томска в Екатеринбург. Лев Ламберов предположил, что как сказать, некоторое сомнение в том, что нужно включать вот эти традиционные прогностические факторы семантические и вот так вот расширять, связано как раз-таки с тем, что то, что мы традиционно называем прогностическими факторами, довольно сложно формализовать, представить на формальном образом. Соответственно, вот те же самые интенции говорящего, те же самые социальные практики и так далее. И, собственно говоря, если мы будем говорить про какую-нибудь теорию коммуникации, то возникает вопрос, как ее действительно формальным образом построить. Но у меня есть здесь один выход, я не знаю, это выход действительно или нет. Я встречала семантики дискурса. Mm-hmm. Вот. Вот мне кажется, что вот эти семантики дискурса, они должны быть близки к тому, о чем я говорила. Что в них можно попробовать задать и коммуникацию, и успешную коммуникацию, и все прочее. Мне так не кажется, но это можно отдельно обсуждать. Вот, знаете, что я сейчас подумал, что, ну, вот это традиционно как бы считается, что семантика – это про истинные значения, да, про истинность и важность. Если так, то ведь, что самое забавное, как бы факторы, которые определяют, какой контекст ведет к коммуникативному успеху, эти факторы же не имеют никакого отношения к истинности и важности. Они просто, эти факторы позволяют нам принять какой-то контекст, потом определить пропозицию, которую предложение в этом контексте выражает. А потом, когда мы эту пропозицию оцениваем на истинность и важность, мы про эти факторы уже забываем. Ведь нам уже нужно. Пропозиция истинная или ложная, это ведь не зависит от того, на каком основании мы выбрали именно вот этот контекст и интерпретацию. Если честно, я пока не очень поняла. Ну, почему вы читаете записку, я приду завтра. Вы можете выбрать контекст, в котором агент – это Пушкин, можете выбрать контекст, в котором агент – это Алексей Геннадьевич и так далее.
На каком основании вы выбираете контекст? Ну, например, на том основании, что Пушкин давно умер, Алексей Геннадьевич жив, здоров, слава Богу, ко всеобщей нашей радости. Вот, значит, поэтому на этом основании вы выбираете неудачный пример. Неудачный пример. Ладно, короче, ну там «Я люблю шнапс» написано в записке. Вот. На этом основании вы понимаете, что это Алексей Геннадьевич написал про себя. Вот. А истина – это ложь? Истина – это или ложь? Вот те факторы, которые вы учитывали, когда выбирали контекст, что Пушкин давно умер, а Алексей Геннадьевич жив-здоров, слава Богу. Вот эти факторы не имеют никакого отношения к тому, истинно или ложно, суждение, что Алексей Геннадьевич любит шнапс. Эти факторы определяют, какой контекст вы выбрали и, соответственно, какую пропозицию вы получили. А потом вы начинаете эту пропозицию оценивать на истинность или ложность, и про эти факторы вы можете забыть. Ну да, наверное, но ведь есть... Ну да. Но это еще одно сомнение. Если мы по-прежнему... думаем, что семантика – это про истинность и ложность, то это еще сомнение, значит… Да, но чтобы оценить на истинность или ложность, нам обязательно нужна пропозиция. Без этих факторов мы пропозицию не определим. Поэтому даже несмотря на то, что мы их отбросим потом… Мы определим безо всяких факторов. Берете наугад любой контекст, получаете пропозицию… Так это же не та пропозиция будет, которая мне нужна. А какая вам нужна? Мне нужна та, которая будет, соответственно, позволит мне обеспечить успешность коммуникации, будет соответствовать действительности. Ну да. Ну вот, ну то есть получается, что у вас семантика не только про истинность или важность, но еще и про успех коммуникации. Mm-hmm. Ну как-то. У меня две реплики есть. Во-первых, ваш разговор с Львом Дмитриевичем обладает неким изъяном. Любая формализация упрощения. Так что формулировка о том, что это будет сложно, вот что-то наше простое выразить, все наоборот. На самом деле, просто вот как раз некая прагматика в таком общекоммуникационном и человеческом понимании, а не в том, в котором мы сегодня здесь говорили, помогает нам эти сложности обходить. Да, ну потому что это вот речевая практика, это некая, там, не знаю, назовите это языковой игрой, прочее, прочее, мы, в общем, обходимся. Если что, переспросим, если непонятно. Нам не надо жестко восстанавливать значение формализации, все равно как бы упрощение некоторое. Но найти вот как раз удачное упрощение, да, раскрывающее что-то, уточняющее, подчеркивающее что-то, это бывает, да, сложная задача, прагматическая сложная задача для человека. Это первое замечание. Так что, ну, хотя я тоже вот иногда в запале так говорил. Ну, это что? На самом деле, конечно же, это вот найти удачное упрощение, которое сохраняет все характеристики. А второй момент, я поддерживаю второй раз свою идею о том, ну, не идею, а замечание о том, что иерархический синтаксис семантика и прагматика, и существует некий дрейф, о котором вот сейчас несколько реплик было. Когда мы, допустим, я сначала вспомню очевидный совершенно дрейф, когда из семантики в синтаксис уходит, упомянутый Брихт вводит логику с операторами истинности, ложности, например, да? Ну, как бы синтаксис усложняется, но он откуда забирает эти специальные операторы? Идея берется из семантической структуры, ну, для нее теперь требуется новая семантика, ну, с уточнениями и так далее. Похоже, такой же дрейф возможен из прагматики в семантику. То есть, когда часть неклассических логик как раз придумывается из-за того, что есть некие прагматические, специфические прагматические контексты, которые мы можем ухватить и формально выразить их. И тогда у нас получается новые семантики. Просто контекст. Я тоже про это же говорю. Да, да, Дмитрий Владимирович, вот вы как бы просто мне неудачно ваше, вы так прикрепились к этому катушке. Он бедный точно уже ближе к тому, что мертв. Оставьте его в покое, у него есть шанс быть живым. Вот, ну потому что это сложное очень контекст, сложное обсуждение, оно вышибает. А вот то, о чем говорили здесь попроще контексту, мне кажется, этот дрейф он как бы заметен. И тогда позиция Ольги становится в этом отношении мне менее, так скажем, неожиданной. О том, что да, в конце концов мы можем потрудиться так, что от прагматики почти ничего не останется. Надо выстраивать больше хороших семантик. Таких
Ну да, какой там увесистый. На такой класс контекстов набрасывают, собственно говоря, и парадоксы там все как бы свалены и так далее. Ну, это я шучу, но, в принципе, вот, как бы разговор к этому идет. Интересно, спасибо огромное. Я бы, конечно, хотела еще поговорить про индексикализм скрытый, но я понимаю, что мы тоже все, наверное, уже как кот Шрёдингера ближе к тому, что мертвы. Ну, у нас зависит же такая, ну, смотря что вы больше эстетически любите, чтобы у нас действительно так осталось недоговоренным, или в паре слов-то можно сказать, что такое? Про позицию индексикализма. Это немножко, вроде бы, индексикализм некоторые относят к контекстуализму, кто-то относит его отдельно. То есть он, грубо говоря, между контекстуализмом и вот этим минимализмом слэш буквализмом или литерализмом. Мы не договорились еще. Что на самом деле, фактически, мы вроде говорим, что предложения, в которых есть явные индексикалы, они, соответственно, имеют разную референцию в разных контекстах. Но на самом деле есть некоторые авторы, в частности Стэнли, который говорит о том, что подобных индексикальных выражений на самом деле больше, чем как их задает Каплан. Соответственно, вот я сейчас здесь или какие-нибудь там местоимения и так далее. Мы можем говорить о том, что на самом деле индексикальность существует и в других, собственно говоря, языковых выражениях. То есть вот индексикализм – позиция, согласно которой множество индексикальных выражений включает в себя выражения, близкие к классическим индексикалам, но, соответственно, не, собственно говоря, сами индексикалы. О чем идет речь? Вот у нас есть предложение «все бутылки пустые». И предположим, что вот оно высказывание на естественном языке. У нас есть два контекста. Контекст один – мы на вечеринке, контекст второй, по-моему, там в примере у него был отец дома с маленьким ребенком. И в первом случае и во втором один и тот же, предположим, один и тот же человек произносит эту фразу «все бутылки пустые». В первом случае речь идет о том, что о каких бутылках идет речь, которых до этого раньше было вино, и вот сейчас его вино все выпили, эти бутылки стоят на столе, и они теперь пустые. Во втором случае речь идет о каких бутылках, о детских бутылочках, в которых находилась детская смесь, которые находятся в холодильнике. И теперь они все пустые, потому что все съедено или выпито. Соответственно, раз у нас два разных контекста, следовательно, у нас выражаются две различные пропозиции, значит, у нас различные условия истинности. Соответственно, мы по-разному будем их оценивать. Несмотря на то, что вроде как бы прямого индексикала здесь нету никакого, ни демонстратива, ни индексикала, ничего. Соответственно, идея Стэнли в том, что в данном предложении от контекста зависит то, как будет ограничен домен квантификации у выражения «все бутылки», ну или «каждая бутылка». Соответственно, он что предлагает? Он предлагает, на самом, что, как мы должны читать это выражение, что на самом деле там скрывается скрытый индексикал. Некоторая переменная, собственно говоря, которой мы в данном случае связываем. Что у нас получается? Индексикалом как раз-таки является вот эта переменная x, и ее семантическое значение будет зависеть от контекста, в котором она будет указывать на множество определенных именно этим контекстом объектов. Если мы в контексте вечеринки, речь идет о бутылках, которые из-под вина, если мы в контексте, соответственно, кормления маленького ребенка, речь идет о бутылочках из-под детской смеси. И, соответственно, значение бутылок, вот этого выражения, самого существительного бутылка и скрытой нашей переменной x будет определяться как пересечение, соответственно, множества объектов, которые у нас указывают на множество, ну, в данном случае бутылок, и на множество вот этих самых переменных, которые у нас здесь есть. Квантор мы определяем стандартно, и, соответственно, идея всего этого индексикализма заключается в том, что Стэнли говорит, мы можем свести все эти экстралингвистические факторы, которые влияют на значение наших выражений, на уровень семантический, ой, на уровень синтаксический. То есть на самом деле, когда мы встречаемся с выражением «все бутылки пустые», на самом деле там есть скрытый индексикал. Вот. И, соответственно, раз это скрытый индексикал, мы будем анализировать его, ограничивать домен не прагматическим образом, хотя вроде бы казалось, а на самом деле мы, соответственно, делаем это синтаксическим образом. Но это вот наметка такого, как мне кажется, достаточно интересного подхода. Мне было бы интересно вот услышать ваши комментарии насчет того, насколько вообще это хорошая позиция предполагать наличие скрытых индексикалов в подобных утверждениях. Ну, я нескромно скажу, что я, видимо, скрытый индексикал.
я не могу уже выговорить, приверженец этой позиции. Когда ваш первый пример был по поводу того, что есть вот термины, значение которых не изменяется, стол, я развел руками, как бы, что значит не изменяется. Что мы слово «стол» действительно можем в разных, там, бильярдный стол. Сейчас мы пойдем в грот, и нам предложат стол, надеюсь, не бильярдный. Вот, потом есть те, у кого были желудочные заболевания, там есть стол номер 8, это не в смысле, он по счету 8 стоит, там есть шкала какая-то, и гастритных и прочее, там вот стол 8, их так называют. Мало ли как мы вообще употребляем это слово. Хотя я понимаю, что у меня нет решения, как бы, но у меня сомнение вызвало, что именно такой пример можно еще подумать. Но об этом же ведь речь идет. Да, да. Что на самом деле референции выражений фиксированы. Очень мало каких выражений можно найти. Вот я привела пример «стол», но да, тоже неудачно. Ну да, Не знаю. Но мне кажется, что здесь проблема воспроизведется в точности то же самое, как с индексикалами, типа «я и сейчас». Просто когда мы принимаем предложение, типа «все бутылки пустые», это сокращенное предложение. В полном виде оно звучит так. Все бутылки, которые бла-бла, пустые. Значит, бла-бла – это переменная. Значит, понятие это предложение, так, чтобы оно выражало, будет само это предложение никакую пропозицию не выражает. Чтобы оно начало выражать, нам нужен контекст, в который, кроме агента времени, места государственного мира, давайте добавим значение для переменной бла-бла. Например, это в одном контексте это будет из-под вина, в другом из-под молока и так далее. Вот в этом контексте мы получим предложение все бутылки, которые из-под молока, например, пустые. Вот, и это предложение уже будет выражать пропозицию. Вот, и опять же, выбор контекста – это будет вопрос, который вы назовете семантическим, да, а я прагматическим. В общем, а Стэнли здесь говорит, что мы можем это все найти на уровне синтаксиса. Я не вижу здесь другого оборота проблемы. Мне кажется, что это та же проблема, но еще... Но по-другому. Еще... То есть она не только к индексикалам, но и к выражениям. Еще одно слово. Еще и к скрытым. Да, к скрытым индексикалам. Вот по поводу того, что сейчас сказал Евгений Васильевич, это тоже еще один аргумент в пользу того, чтобы все-таки область семантики ограничивать какими-то более прозрачными вещами, потому что вот когда мы, значит, там находимся в конкретной ситуации, у нас нет проблем с тем, чтобы интерпретировать выражение «все бутылки пустые», потому что, ну, то есть в том смысле, что у нас нет проблем найти то множество объектов, на которые указывает это выражение «все бутылки». Но если мы будем считать, что это предложение «все бутылки пустые» содержит скрытый индексикальный компонент, который надо интерпретировать семантически, тогда мы должны указать, какая функция должна быть от контекстов, ну, собственно, к бутылкам самим. И тогда мы должны сказать, собственно, как мы, то есть какое значение мы должны приписывать этим скрытым индексикалам. Но одно и то же множество бутылок можно, ну, с равным успехом обозначить по-разному. Все бутылки из-под молока, все бутылки там на средней полке холодильника или все бутылки, которые я купил вчера. И какой из способов, какую из функций выбора предпочесть, контекст нам задает. Он нам не говорит, как мы должны определять, что это за бутылки. Мы как-то вот сами догадываемся. А если это все семантика, тогда все должно быть строго, и тогда должна быть функция. Угу. Вполне возможно, когда я дочитаю до конца Стэнли, я посмотрю, как он определяет эту функцию. Вот, и посмотрю, что там с индексикализмом. Можно еще маленькую реплику. Все-таки это удачно, что отличают индексикалы и скрытые индексикалы. Потому что у скрытых там мы можем вскрыть вот это вот как бы свойство их такое, что они обозначают таким странным, неопределенным образом. А местоимения, эти выражения сейчас и так далее, они предназначены для того, чтобы мы их варьировали. То есть они это делают открыто, они, в общем, их функция такая прагматическая.
Но просто если мы занимаем, предположим, что мы занимаем какую-нибудь позицию абсолютно радикального индексикализма, вообще радикального, то есть, что мы говорим, вообще ни у одного выражения нет фиксированного значения, то тогда мы то же самое говорим, что все становятся индексикалами, и все предназначены для того, чтобы варьировать свою референцию в зависимости от контекста. Сознательно займем позицию латента. Ну что, я предлагаю, наверное, на этом нашу дискуссию завершать. Всем большое спасибо за участие, за реплики, за доклады, за предложения, за обсуждения. Наш круглый стол завершается.